Вопрос вот этого зерна. Зерно, оно такое маленькое-маленькое. Его даже не видно. Оно в человеке либо есть, либо нет. Если нет, что бы, куда бы он ни попал, в какую атмосферу, кого бы ни слушал, у него оно не начнет прорастать, потому что у него его нет вообще. А если зерно есть, его не видно тоже, как сперматозоид, да, мат, его вообще не видно. Такой маленький-маленький. Но если есть, то может прорасти. Просто вот у большинства людей нет вообще даже этого зерна. Оно даже не может прорасти. Вот в какую бы атмосферу ни попал. Например, там 20 лауреатов Нобелевской премии условно вместе сидят целыми днями, там что-то обсуждают. Вот туда его посадить 21-м. Понимаешь? Вот ничего не прорастет у него. Потому что у него зерна нет. А если есть вот это вот какое-то невидимое, он туда сядет, он посмотрит, как они рассуждают, как они, какие у них глаза, и он тоже захочет чего-то большого. Человек, у которого зерно, он начинает искать. Он начинает искать, 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 и он находит, за что он цепляется сам. Тот, у кого зерно, он находит источники вдохновения сам. Людей, музыку, искусство, он находит источники фильмы какие-то, он находит источники вдохновения и начинает это прорастать, 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 это зерно. Все мы делали эту ошибку, мы все предприниматели берут, мы берем людей и мы пытаемся, вот взяли 10 человек, а там у одного есть зерно, у 9 нет, но мы пытаемся всех десятерых раскачать. Вот эта ошибка. А правильно это научиться видеть, у кого есть зерно, у кого нет, и не тратить свою силу и энергию на тех, у кого нет. Только работать с теми, у кого есть. Это первый этап. Вот есть еще выше уровень. Первое это научиться видеть тех, у кого есть вот это зерно желаний, желания. Они что-то, они большего хотят, и значит, они готовы работать. Второй уровень. Из десятерых выбираешь. Уже научился видеть, у кого есть зерно, выбираешь там одного и в него вкладываешься. Это второй уровень. А третий уровень – это когда ты даже вот этого зерна, это тоже мало. Ты уже ищешь человека, у которого и есть зерно вот этой энергии, желаний, и есть интеллект. Потому что это зерно, вот первое, это страсть, это просто хочу чего-то большего, чем другие, хочу, хочу, хочу. Но есть люди с большими хотелками, но со слабым интеллектом. А четвертый уровень, самый высокий, это когда ты ищешь человека, когда ты уже умеешь видеть, что у него есть и энергия, желание большего, и интеллект. И по-английски это называется integrity. Этика, высокая этика. Это совесть, честность, намного всего. Это самое сложное для меня словами объяснить, это вот это, что это такое integrity. И получается очень большой отсев. Сначала из 110, у которых есть энергия. Из 10, у которых, из 10, у 8 есть энергия, но нет, не очень хорошо с головой. 8. Остается 2, у которых и энергия, и голова. И из этих двух у одного нет высоких этих этических моральных качеств, а у одного есть все три. И энергия, и голова, и эти качества этические, моральные. Я считаю, что в бизнесе преступление, главное преступление, это недозаработанные деньги. Аналогия, очень люблю аналогию с коровой. Корова, молоко, все становится понятно. Это когда не все молоко выдали из коровы. Ой, а кофе? Так, точно, кофе. Точно. Сейчас. Спасибо. Из бизнеса надо выдавливать все молоко, которое возможно. Бизнес у тебя состоит из 12 филиалов. Бизнес всегда надо делить большое на малое. Вот он, бизнес. Как управлять бизнесом? Бизнесом управлять невозможно. Возможно управлять... Сначала можно бизнес разделить. Сначала на 12 филиалов. Потом в каждом филиале показатели определяешь. Директора этого показателя. Тогда можно управлять. Когда большое делишь на маленькое, когда остается большое, невозможно управлять большим без деления на маленькое. Это ты уже понимаешь.
Поэтому зарабатывать максимальную прибыль, выдает все молоко из коровы и всю зубную пасту из тюбика, это этично. Главное же, чтобы этично было. А не дозаработать деньги. Это этично? На мой взгляд, это не этично. Это преступление вообще. Почему не заработать? Почему не дать, не предложить клиентам еще больше, еще лучше, чтобы они купили? Почему зря тратить деньги? Это не этично, это неправильно. Самое важное – это правильная философия. Кстати, в основном все проблемы у людей с деньгами из-за неправильной философии. Они считают, что это неэтично зарабатывать много. Как это может быть неэтично, если заработок – это польза людям? И ты можешь заработать только же в том случае, если ты пользу людям приносишь. Когда вы проводите собеседование, не список вопросов, чтобы у вас был записан на листочке, а список вот этих вот принципов, какого человека, каких вы ищете, что в нем вы ищете. А вопросы вы будете спонтанно задавать, все время разные. Это неинтересно, вы не будете получать удовольствие от интервью, если вы будете одни и те же вопросы задавать. Я получаю удовольствие, могу 1000 интервью получить удовольствие, потому что это просто общение. Я все время по-разному, я разные вещи буду спрашивать. Но ищу я одно, я точно знаю, что я в человеке ищу. Но он не знает, что я ищу. И я начинаю спрашивать, расскажи о себе. И внимательно слушаю. А как вот ты к этому относишься? А как к этому? И это будет импровизация. Но что в ответах я ищу, чтобы увидеть в нем? Это я знаю, у меня это там записано. Ну, мне даже уже записывать не надо. Но для начала я советую вам записывать. Потому что если вы будете записывать вопросы, а не что вы ищете в ответах. Вы не вопрос и не ответ должны записывать. А что ищете в ответах? Как за каменной стеной, да, вот эти вот вещи. Если ты записываешь вопросы, то ты задашь вопрос, получишь ответ, но не услышишь именно, что у тебя нет фокуса на то, потому что человек же ответит все равно не точно, как там, он же как-то ответит, но ты должен в его ответе увидеть вот эти качества, его характера. Плохой продавец, он подсознательно ждет, когда его пошлют нахер. И когда его посылают нахер, он счастлив. Так надо всех счастливыми сделать. А так он сидит, он нихера не делает. Ему платят деньги. Он с одной стороны вроде доволен, но внутри себя он все равно он несчастлив. Потому что он понимает, что его не... Знаешь, совесть же есть у всех. Нахер не послали. Послали нахер, он раз проснулся. Поэтому... Выстроить систему, увидеть всех, кто как работает. Этих убрать самых лучших. Самые лучшие начнут еще лучше работать. Во-первых, самые лучшие, они всегда, им очень важно, что все знают, что они самые лучшие. Все знают. То есть они на доске почета. Каждое утро все приходят, открывается рейтинг, и видно там продавец Валентина. Такая-то, на первом месте, на вот это второе, третье. Лучшие продавцы, мало того, что они больше зарабатывают, они еще им очень важно, чтобы все видели, что они красавчики. И это естественным образом происходит. Все знают, кто звезды. Почет, уважение. Звезды, тот, кто на первом месте, проводит раз в неделю тренинг на какую-то тему для всех остальных. Создаешь какие-то системы, менторство. Например, берешь того, кто на 17 месте по результатам, но кто трудолюбивый, и соединяешь с тем, кто на первом месте, с этой Валентиной условно, да, на первом месте. Ты говоришь, давай, ты будешь его ментор, и если ты его выведешь на такие-то результаты, будешь следующие 3 месяца получать вот такой-то процент со всех его продаж. К примеру, это я просто вот креативлю на ходу. Это же не просто какой-то тренинг теоретический, а практически вот наш чемпион, ты даешь ей вот этого, прикрепляясь человека, и даешь какой-то процент, и она заинтересована его научить. Человек лично может сделать очень мало, если он сам, а
собрав определенную группу, возглавив группу, собрав и возглавив, можно мир изменить, перевернуть просто. Огромное количество можно сделать за день, за 10 дней, за 100 дней, если группой хорошей работать, командой. Если один, почти ничего не сделаешь. Знаешь, почему почти ничего не сделаешь? Потому что будешь против групп. Ты не против и одиночек конкурируешь, против групп. Кто-то собрал группу, вот типа меня, не пытается все себе, все деньги себе забрать, все акции себе, а это распределил между группой, и он будет тебя опережать. А ты, у тебя 100% акция, у него 10%, но зато они в 1000 раз быстрее двигаются, эта группа, чем ты. И поэтому, если ты не берешь людей, так это не страх, это просто жадность. Жадность, и хочется, чтобы все было мое. Жадность и тупость. Ну, хотя, если еще глубже, то это и не то, и не другое. Это просто не сильное желание это построить. Тот, у кого сильное желание что-то построить, он понимает, что ему нужно очень много крутых людей в команду собрать. Только команды могут что-то большое. Представь себе, Илон Маск сам, он мог бы Теслу сделать? Нет. Представляешь себе, какая там группа инженеров и вообще людей? Скажу вам одну штуку, запомните на всю жизнь. Вы можете взять в компанию очень сильного игрока, но у которого ему не подходит ваша корпоративная культура. Вы испортите весь ваш бизнес. То есть самое важное, это чтобы он вот в этой корпоративной культуре был. И еще и умный, а не просто умный. Это же месседж, который ты транслируешь. Это определенная волна, как корпоративная культура, это как волна, вот радиоволна. Вот ты радио, не знаю, как сейчас это работает, я уже давно, но раньше было, едешь в машине и раз, нажал там, или сначала было, что крутил, раз, попал на джаз, потом крутил, раз, на другую волну, на рок. То есть ты транслируешь, вот. Ты и уже твоя команда, вы на какой-то волне, и вы притягиваете уже только людей на такой же волне, как и вы. Но может прийти человек очень умный, очень быстрый, но у него какие-то другие, ну, это даже трудно словами объяснить. Ну, чужой какой-то для этого типа людей. Тогда начнутся проблемы. Очень важно, чтобы все друг другу были приятны. Нельзя работать с неприятными людьми, даже если они очень умные. Человек может быть очень-очень-очень-очень умный, но он забирает энергию. Вот ты с ним поговорил, у тебя все, нет сил работать. Люди должны заряжать энергией. Идеология – это ты, первый номер. И ты транслируешь дальше, ты пытаешься передать, чтобы все работали так, как ты хочешь. Вся организация работала так, что такое так, как ты хочешь. С такой скоростью, как ты хочешь. То есть смотри, что может быть? Могут очень быстро работать тупые люди. Могут. А ну ты же не хочешь тупых людей? Значит, надо сначала умных людей, потом, чтобы они быстро работали. А умные, если умные работают быстро, то там у них будет достаточно большое количество правильных решений. Если тупые будут быстро работать, то будет большое количество неправильных решений. Идеология – это ты транслируешь всей команде, что ценно, что не ценно, что важно, что не важно, что поощряется, что наказывается.
Мы, идеология — это воспитание. Мы же не говорим, что мы детям внедряем идеологию. Мы их воспитываем, правильно? Что такое воспитываем? Это мы передаем свои ценности. Это хорошо, это плохо. Это хорошо, это плохо. И также мы все организации, вот если вот так вы делаете, проводите совещание, если вы там цели, факты, анализ, план факт, ну то есть вот это хорошо. А если вы, если это ППР, посидели, блядь, разошлись, это плохо. Идеология — это тренер тренирует команду. Больше ничего, передает ей, как нужно правильно работать. Учит правильно работать. Не может сама идеология управлять людьми. Может тренер через определенные слова управлять. Мы же словами управляем. Тренер говорит слова, это как мостик. И вот команда, он, вот эти слова, это и есть, можно назвать, идеология. То есть есть три типа людей, которые как бы учат бизнес. Первый тип — это теоретики, их вообще слушать нельзя. Это такие профессиональные журналисты, на самом деле, писатели, которые выбрали вот, там, писать про бизнес. И какие-то там бестселлеры пишут, типа «От хорошего к великому». Вроде такая крутая книга, читаешь, вдохновляет, но это не практика. Потом такие теоретики, как Адизис, например, шикарный дедушка, но... всю жизнь профессора. То есть он рассказывает про то, как нужно управлять и строить большие компании, а сам всегда приходил, зарплату в университете получал. Ну, это просто смешно. Ну, вдумайтесь. Просто вдумайтесь. Так он также про футбол может рассказывать, как футбол и учить играть, если он никогда сам бизнес не строил. Это первый тип. Они очень красиво рассказывают, и их слушают. И это большая ошибка их слушать. Потому что не все, что красиво звучит, оно реально работает. Представьте себе, взять какого-то оратора, который никогда не играл в футбол, но он выучит какую-то речь про футбол. Так его будет интересно слушать. Потому что он просто красиво говорит. Но это очень даже опасно, потому что тебе это нравится, нравится это слышать. Это ласкает твое ухо. Интересные мысли, фразы, вдохновляет это тебя. И ты идешь в этом направлении, оно в реальной жизни не работает. Теория и практика – это разные вещи абсолютно. В теории теория и практика – это одно и то же, на практике это разные вещи. Второй тип – это очень успешные реальные бизнесмены. И можно открыть и послушать в Ютубе, найти интервью Стив Джобса, интервью Безоса, интервью Джек Ма, интервью, да всех вот сейчас есть они. Но это такие короткие, тоже такие шлягерные выступления на большую публику. Понятно, что это уже очень состоявшиеся люди. И они уже думают больше о имидже. И тоже говорить вещи, которые ласкают ухо тем, кто слушает. И они говорят достаточно поверхностные вещи, потому что, ну, когда так, если я понимаю, что у меня один раз в год берут интервью, и оно час, но я буду какие-то самые-самые верхнего уровня говорить вещи. Я же не буду углубляться и про лидогенерацию рассказывать. Сейчас у меня или два раза в год я где-то выступаю. Там просто больше как спикер нужно вдохновить, зарядить. И все эти вот разговоры, они такого примерно уровня. Вот это второй тип. И третий тип, это я только лично себя знаю. Может, кто-то знает еще кого-то. Который и практик, и тысячи часов уделяет этому делу. Каждый день практически там, 2-2,5 часа выделяет на обучение. Уже 12 лет. И погружаюсь я во все детали, и во все оргструктуры, и маркетинга, и философии бизнеса, и сверху, и снизу, и детальки, и корни, и листики, и ветки, но со всех сторон. Человек такого опыта, как я. То есть тут комбинация такого опыта 30-летнего и результатов, и количество часов, которые я преподаю, потому что тут же... Если ты преподаешь, то ты просто часом интервью какого-то в Ютубе не... Алекс, приветствую. Друзья, приветствую вас также. Начинаем наш урок. Алекс, небольшая проверка связи.
Ты микрофоны включишь. А, привет, Миша, привет, друзья. О, так намного лучше. Так тебя слышно. Сегодня у нас необычный урок. Сегодня у нас реальное реалити бизнес шоу. Сегодня будем смотреть, как Алекс проводит совещания с реальным бизнесом. Вот, и будем задавать вопросы по этому реалити. Вот. И Алекс, я предлагаю нам начать. Потому что это очень интересно, это очень нужно, потому что я так понимаю, что все управление строится на эффективных совещаниях. Вот, и сегодня хотим посмотреть, поучиться, как ты проводишь совещания в реальном бизнесе. Пожалуйста. Готов. Это любимое мое дело. Практика, практика, практика. Юра, кто будет у нас? Раз, два, три. Слышно меня, да? Да. Да, отлично. Да, сейчас подключится Наталья. Наталья – это М1. Для многих аббревиатуры эти знакомые. Это менеджер, который управляет специалистами компании Николай. Это партнер Алекса. Это же и Алекса компания. Вот. Сейчас Наталья подключается. У меня вопрос к тебе. Совещание. Вот мы сделали упор на самом деле на совещание. Что для тебя такое совещание, раскрой? Почему оно является, как мне кажется, и как я слышу от тебя, ключевым в управлении, где видно все, и вот именно там можно понять, каков управленец. Ну, управление происходит через слова. Мы же это понимаем. То есть мы говорим, управление – это две вещи. Первое – это решить, что делать, и второе – сделать это. Но чтобы это сделали, нужно сказать или написать. То есть благодаря этим мессенджерам, их прекрасный инструмент, можно там решил, раз, наговорил сообщение. Решил, написал. Я использую все инструменты. Иногда я наговариваю, иногда я пишу. Иногда групповой чат. Но не может быть управление вообще без совещаний. То есть многие вещи делаются. Придумал, наговорил. У меня сегодня столько было всего. Я придумывал, наговаривал. Одному в группу, там, одному потом понял, что это еще трем надо знать, там, я туда-сюда, этому. То есть распространение информации. Распространение информации. Но иногда, не иногда, а один из тоже важных инструментов управление – это совещание, особенно в операционке. То есть какие-то такие… придумал что-то сделать. То есть коммерческие вещи, они… они даже больше без совещания происходят. Когда ты что-то придумал… Я выключаю Коля специально, потому что ты там это на дорожке. Это не отвлекает чуть-чуть. Да, коммерческие вещи. Я не собираю совещание, чтобы там что-то придумал, сразу всем это разослал. Вот сейчас Юре пошлю то, что я 10 минут назад придумал, например. И уже там ключевым людям послал. Вот сейчас увидел, что Юре забыл, а вот сейчас пошлю стратегию нашей компании в одном параграфе, новый, который я сейчас строю. Вот, Юра получил. Вот такое вот маленькое сообщение. Вот я там придумал, быстро написал. Ну, распространение информации. Это же коммерческая вещь, стратегия. Вот это мысль, это не операционка. Вот, и а операционные вещи там другая. В операционных вопросах тут совещание главным является.
Совещание – это операционка – это бизнес-процессы. Это игра по нотам больше. То есть стратегия – это композитор, это ты придумал. Коммерческие вещи – это что все время придумываешь какие-то моменты, и это как композитор, какую-то мелодию, какую-то связку новую. А дирижер – это вот он уже по этим нотам, он репетирует, репетирует с оркестром, оттачивает, оттачивает мастерство, оттачивает. Вот это абсолютно разные профессии, абсолютно разные характеры. Но бизнес, чтобы построить большой, нужно быть очень, надо быть гроссмейстером в коммерции и гроссмейстером в операционке. Вот я, например, и в коммерции гроссмейстер, и в операционке. Поэтому я и строю большие компании. Сейчас увидите на ваших глазах, построю самую большую компанию в мире, наверное. С нуля абсолютно. Не слышно, Юра. Да, хорошо. То есть... И буду в процессе того, как я это делаю, вот прямо вот вам в реальном времени рассказывать, что я делаю, как я делаю, почему, что такое, где я в коммерческой роли, где в операционной роли. Это все вам буду показывать. Да, вот мысли это коммерческого склада, вот характера, я вот от тебя слушаю, так, ну, большинство на уроках, да, и ты обучаешь СУП, это методика как раз-таки управления, система управления показателями и персоналом, кстати, система управления персоналом также можно назвать, да, и это совещание, вот нам очень хочется посмотреть тебя в операционке, вот так, как ты бы управлял, если сам, вот ты руководитель, здесь присутствует Наталья, привет. Вот, Наталья, это опять же, это менеджер в одной из компаний «Алекс Твоих». Ну, мы Колю тут отключили, да, это непосредственно Коля управляет, вот Коля на экране, да, этим бизнесом. Можешь показать, как бы ты управлял, с чего бы начал вообще, какая картина, чтобы мы понаблюдали, потому что... Покажу мастер-класс, покажу мастер-класс. Я единственный в мире преподаватель бизнеса, который правильно преподает. Потому что, чтобы научить бизнесу, нужно три вещи. Нужно рассказывать теорию, потом показывать. Вот я вам сегодня покажу, как это нужно делать. И третье, это нужно корректировать. Что такое корректировка? Например, вот что сейчас будет на ваших глазах? Я буду проводить совещание с Наташей. Наташа М1, менеджер первого уровня, у нее там специалисты. А ее начальник, это Коля, мой партнер, вот он тоже тут есть. Он просто... Я не управляю Натальей, это я просто мастер-класс показываю, как нужно управлять для всех. Потому что я тысячи часов рассказываю, но это же только одна часть, чтобы научить человека. Вы понимаете, как теннису научить? Учитель должен рассказать, как держать ракетку и как бить. Потом взять ракетку и показать. А потом третий этап, ты берешь ракетку, когда учитель бьет, тебе кажется, так легко, сейчас возьму, сейчас все получится. Потому что ты смотришь, у него это легко получается. Сейчас вы увидите мою легкость. Вам будет казаться, что вы так же сможете. А потом, когда третья часть, когда я попрошу Колю, ну не сегодня, а вот Колю проводить совещание. Это корректировка, это третье. Он проводит, а я говорю, стоп, вот здесь ошибка, вот здесь лучше, вот здесь так надо было, здесь вот так. И вот только таким образом можно научить человека чему-то. Это три вещи должны быть. Теория, это рассказ. Мои уроки практически все это я рассказываю. Сейчас я покажу, и у нас скоро начнется программа, где вся программа трехмесячная. Я чуть забегаю вперед, да, Юра, но это просто... Не могу удержаться, чтобы не... Да, можно... Чтобы не сказать. У нас будет трехмесячная программа, где будет только на втором и третьем, где я буду показывать все время, все три месяца.
и корректировать, показывать и корректировать. Я буду на каждом уроке проводить либо собеседование с кем-то из ваших, там, кто-то, вы хотите кого-то взять на работу. Я буду вместо вас собеседование при всех проводить. Я буду с вашими менеджерами проводить совещание. Вместо вас. Вы придете к своему менеджеру. Вот есть такой Алекс, он тобой не руководит, но он как бы хочет нас научить, как нужно управлять. Поэтому вот он в роли сыграет менеджера, а мы посмотрим, поучимся. Вот вы так будете приводить своих менеджеров. Я буду на каждом уроке мастер-класс показывать, вот как сейчас, как я это делаю. И потом вы это будете делать. Вы будете управлять своим менеджером, а я буду в реальном времени показывать, где ошибки и как нужно. Точно так же, как мой профессор, любимый, знаменитый. В консерватории. Он сначала рассказывал, он говорит, ты будешь играть Моцарта. И потом начинал 20 минут, а мне, блин, 17 лет. Я говорю, блядь, хватит пиздеть, давайте играть. Это нетерпение в душе. Нет, он мне 20 минут сначала рассказывал про этого Моцарта, где он жил и что это за эпоха. Вот, все. Он говорит, понял? Я говорю, да, я уже там, у меня шеложопый. Вот, не мог, еле выдерживал, как он рассказывал. Но я понимаю, что это знаменитейший профессор, великий человек, всемирно известный, ну, такой, как, я не знаю, как Месси в футболе, он также в этом вопросе был, на моем инструменте. Я понимаю его уважение к нему, я понимал, что он, если... А, у меня, как я мыслил, если у него ученики, почти все лауреаты международных конкурсов, ну, это как чемпионы мира по музыкальному, так он, наверное, лучше знает, как время тратить. Но я уже терпел, слушал про этого Моцарта в десятый раз. Вот. Но мне хотелось играть, понимаете, хочется играть. А дальше он, вторая часть начинается. Он говорит, теперь я тебе покажу то, что я рассказывал. Но это интересно, конечно, потому что он начинает играть, это с ума можно сойти, слушать. И ты рядом стоишь, он играет, я слушаю. Вот. Но кажется, что сейчас схвачу инструмент, и как сейчас дам, и не хуже будет. Все время так казалось. Вот беру инструмент, начинаю, максимум две ноты, он стоп. Здесь ниже, здесь выше, здесь легато, здесь стаккато. Ну, это корректировки постоянно. И вот так вот за полгода мы проходили, изучали. И до каком-то уровня, конечно, это все равно было в 10 раз хуже, чем он. Но все равно это уже, я уже исполнял на концерте это произведение. Вот это называется три этапа. Точно так же в бизнесе, в управлении. Нужно теорию рассказывать, показывать и потом корректировать. Вы понимаете, что ни один в мире сейчас преподаватель не рассказывает столько, сколько я. Ни один даже не рассказывает. Никто вообще не показывает и никто не корректирует. Вдумайтесь в это. Но если даже уже что-то там рассказывает, так он же никогда не покажет, как он управляет, как он ведет совещание. Вот это сейчас вот вы увидите, как я это делаю. Охренеете, конечно. Вот. И потом буду вас корректировать, кто захочет, кто не побоится. Ну, на программе там этой трехмесячной. Наташа, спасибо тебе, что ты не боишься. Это как бы такая штука. Я понимаю, это тяжело. Ты не привыкла к публичности. Вот я Наташей не руковожу. И руководит Коля. Я не знаю, что там происходит. Мы ничего не готовили, не подготавливались вообще. Просто Коля, Юра сказал, Коля не возражает, чтобы Алекс потренировал Наташу, чтобы показать всем. Коля говорит, не возражаю, Наташа не возражает, ничего мы предварительно. Я только сказал, чтобы звук был хороший и картинка. Ничего. Вот-вот. Без всякой подготовки. Вот. Хорошо, начнем. Начинается совещание. Я вхожу в роль, как будто бы я М2. То есть М2 это руководитель Наташи. Наташа М1, я М2. И вот совещание, это ежедневно, вот такое совещание нужно проводить ежедневно со своими подчиненными. Давай, Наташа, посмотрим, что там у тебя. Да.
Наташа не совсем сырая в этом, в этой теме, тоже еще хочу сказать. Потому что, во-первых, Наташа, насколько я знаю, в X100 работала там во всей этой структуре. Правильно, да? Я там детали не узнавал, но ты много... Да. Сколько лет работала? Ну, примерно, точно не нужно. 5 лет. А, вот, 5 лет, да. Но у нас там 10 тысяч человек. Я с Наташей лично не работал и даже не знал. Но 4-5 лет. Да, у тебя плохой интернет, Наташа, что-то там тормозит. Да, и... Но она же... Я ее не знал, но она же, наверное, знала, что там есть такой Алекс, и она, наверное, что-то там слушала. Плюс компания пропитана была, я так надеюсь... всеми этими штуками, и как бы она не, она как бы, ну, это для нее не чужое, вот это вот мой подход, не чужой. Но я лично никогда не работал с Наташей. Вот она там на несколько уровней, несколько ступеней под была, там 3-4 ступени, наверное. Вот, теперь дальше. Сейчас Наташа руководит отделом продаж в нашем Сколе бизнесе, где я не управляю, управляет Коля. Но Коля тоже очень сильный менеджер и учится. Такой предприниматель редкий, который реально любит менеджмент. И поэтому он тоже с Наташей, я надеюсь, сейчас мы посмотрим, я надеюсь, что он с Наташей там работает уже по системе. Вот. Но так как он предприниматель, и компания очень быстро растет, он тоже и не успевает вот так ежедневно, как менеджер должен проходить. Он так. Вот. И плюс Наташа, я проводил совещание вот такое же на тренинге в Тбилиси, в 5-й день, когда был. Тоже спонтанно вдруг мне 5-й день утром в душе пришла идея. Ну-ка, давайте я там все рассказывал. Суп, рассказывал все 4 дня, там все рассказал. Потом думаю, надо же показать ребятам. Ну, и я тоже быстро Коле говорю, Коля, давай я покажу, если ты не возражаешь. И вот мы с Наташей там провели совещание. Это было пару недель назад уже, да, наверное? Уже, да. И мне тоже, кстати, интересно посмотреть прогресс Наташи, потому что я там много вложил. Вот. Я всегда на совещании я одновременно управляю и одновременно учу. И потом смотрю, как человек схватывает то, чему я научил. И, то есть, есть ли прогресс. Для меня важно не где человек находится на данный момент, важен прогресс. Потому что я обучаю, я могу всему научить, мне важно, чтобы человек учился. Да. Вот такое предисловие. Давай, начинаем, Наташа. Да. Всем привет. Прям совещание, так как с Николаем, да? Да вот, да, я Николай. Угу. Хорошо. Я вот твой менеджер. Играем такую ролевую Хорошо. Игру. Хорошо. Да. Главное, не стесняйся. Итак, я постараюсь. Итак, начну с самого главного. Это уже не слова были, Наташа. Продажи. Я могу демонстрацию экрана здесь сделать, да? Все, а, делаешь, либо же нет. Как пойдем? Угу. Конечно. Ты же хочешь, угу, чтобы я, угу, охуел от качества твоей работы? Ты же очень хочешь. Для этого нужно рассказывать и показывать. Человек же это такое животное, он и ухом хавает, и глазами хавает. И если одновременно и ухом, и глазами, то он больше схавает, чем только ухом. Ты же это знаешь. Твоя задача мне продать качество своей работы, чтобы я тебе 5 поставил. Потому что мы играем такую ролевую игру, где я твой начальник, а Коля мой начальник. Потому что Коля же в записи будет смотреть совещание мое с тобой и оценивать меня по тебе. Потому что скажи, кто твои подчиненные, я скажу, кто ты.
Наташа, у тебя интернет зависает, можешь переключиться на какой-то другой или как-то? Может, на мобильный интернет раздать? С мобильного он даже лучше будет тянуть, чем Wi-Fi иногда. Вот я уже сейчас переживаю, потому что мой начальник Коля уже мне поставит уже хуже оценку, потому что у меня, у моих сотрудников Минут. СТП, понимаете, как это работает? То есть Коля меня оценивает по всей моей, вот по всем, кто подо мной. Вот он смотрит, как я работаю со своим подчиненным. Ага, он все заметил. О, интернет плохой, значит. Это то, прийти на совещание с плохим интернетом, это как прийти в офис грязным. То есть есть культура онлайн-работы. Культура онлайн-работы. Вот как есть культура работы в офисе. Надо прийти чистым, не вонючим, ну и так далее, да, чтобы другим было приятно. Также в онлайн-работе должен быть хороший интернет. Нет хорошего интернета, не работай онлайн. Должен быть хороший интернет, хороший звук, вот микрофон. Алекс, пока Наталья подключается, поменяет интернет, вот вопрос по теме. Скажи, как часто нужно общаться со своим подчиненным в течение недели? Зависимости от того, сколько у тебя подчиненных. Ну, Если предприниматель, надо стараться, чтобы у тебя было меньше подчиненных. Потому что ты много коммерцией занимаешься, коммерческими вопросами. Поэтому в идеале там у тебя там один, два прямых, еще лучше, когда один операционный директор, и ты с ним каждый день разговариваешь. А если классический менеджер, не предприниматель, про тот, который зарплату получает, то у него должно быть там от 5 до 12 подчиненных в первой линии. Если у него 12 подчиненных, конечно же, он не сможет каждый день с каждым проводить совещание. Поэтому ему надо составить график, чтобы он дотронулся до каждого, провел совещание, тренировку. Совещание – это тренировка. Чтобы он провел хотя бы 2 раза в неделю с каждым. 2 раза в неделю, А да, если у него минимум. 5, то может быть 3 раза в неделю. Ну, то есть в зависимости от количества прямых подчиненных. Понятно, да, Миш? Да, понятно. Есть уточняющие вопросы, но учитывая, что вижу Да, Наталью и давай, ее давай. экран, давай сразу переключимся на совещание, потом еще вопросы Да. еще будут. Да, прошу прощения, переключилась. Это называется ТСТП у нас в компании. Знаешь, Наташа? Что такое? Конечно, конечно. То срачка, то пердячка. Угу. Да. Наташа, какие принципы у нас корпоративной культуры в нашей компании? Какие ты знаешь принципы? Раньше знала их наизусть. Да не надо наизусть, надо просто вот. Ладно, я понимаю, но в следующий раз я вот сейчас тебе их скажу. Ты сейчас записывать не надо, чтобы время тратить. Записывается совещание, ты потом запись посмотришь. Себе запишешь, распечатаешь над компьютером, ну, и чтобы в следующий раз ты знала их, и чтобы вся твоя команда знала наши принципы нашей корпоративной культуры обязательно. Что я буду проверять. То есть я могу на совещании любого позвать из твоей команды и спросить про принципы наши. Потому что все строится на принципах. Принципы и корпоративная культура – это корни, а то, что мы сейчас будем делать, это ветки и листики. Ты это понимаешь, да? Да. Да. Первый принцип – я быстренько пройду, я не буду сейчас, это можно 2 часа про них, я хочу операционно показать. Но я как бы так скажу, чтобы настроить тебя на правильный тон. Первый принцип – это конкретика, самый главный. Конкретика, конкретика. Ты знаешь, да, что я имею в виду? Конкретика. Сейчас будет по конкретике. И самое главное – это конкретика. Второй
принцип – это какого хрена? Меня Юра просит все время, чтобы я не матерился. Хрена можно говорить? Что имеется в виду, какого хрена? Вот я когда, например, сейчас буду копать и увижу, что у тебя кто-то не на 5 работает в твоей команде, я тебя спрошу, Наташа, а какого хрена у тебя не на 5 все работают? Что, мало в мире людей, которые на 5 работают? Ну, вот это вот называется, я называю этот принцип, какого хуя? Да, третий принцип. Копать. То, что я сейчас говорю, я буду на совещании показывать, как я руководствуюсь всеми этими принципами на совещании. То есть то, что вы сейчас будете слышать, это следствие принципов моих. Вот это все родилось, моя система управления, она родилась из принципов вот этих. Поэтому, если вы будете распечатывать эти принципы и будете, когда ведете совещание, руководствоваться и фокусироваться на эти принципы, то вы начнете правильно делать все. Следующий принцип – копать, да? Ну, копать. Почему? Вот это все. Я сейчас буду показывать. Четвертый принцип – не верю. То есть ты что-то будешь мне говорить? 16 было лидов. Я скажу, не верю, покажи. И ты должна будешь показать. Я говорю, окей. То есть обязательно вот не верю. То есть нужно проверять все. Следующий принцип называется пьяная обезьяна. Это когда мы будем о чем-то говорить, и Наташа уже хорошего уровня менеджер, уже школа у нее хорошая, она вряд ли сейчас будет перепрыгивать, хотя, наверное, иногда... Я буду об одном говорить, она раз попытается меня, а я скажу, нет, не получится, стоп, пока мы, это пьяная обезьяна не прыгает с ветки на ветку, у нас нету пьяных обезьян, не дам, не со мной. Следующий принцип, дятла-попугай. То есть я буду долбить вот с Наташей, и буду, если я в прошлый раз это говорил, мне не важно, я буду еще раз говорить, и третий, и пятый, буду одно и то же объяснять, терпение, и как попугай, дятел-попугай, долбить, повторять. Я знаю, что с первого раза это даже очень талантливым людям, очень крутым, с первого раза тоже не заходит, я это знаю. Поэтому я заранее терпеливый. Это, кстати, ошибка многих предпринимателей. Сильно нетерпеливый. Он один раз сказал, он думает, что все должны понять, все должны сделать. Ни хера. Так не бывает. Это очень тяжелый принцип для предпринимателя, потому что он нетерпеливый предприниматель. Он же шеложопый. А тут надо дятла-попугаем быть. Одно и то же. Но если у человека нет прогресса, вперу его сразу. То есть не работать. Работать нужно только с теми, кого уважаешь. Я Наташу очень сильно уважаю. Она очень умная. Она постоянно прогресс. Я когда с ней поговорил, я в следующий раз вижу, что у нее прогресс. Это значит, она чему-то научилась. Понятно, что она еще не гроссмейстер, но я вижу прогресс. Поэтому человеку, у которого прогресс, я буду повторять терпеливо 1000 раз. Понятно это, да? То есть не любому надо повторять 1000 раз. Если человек не прогрессирует в Перу, город Нахуй есть в Перу, 8000 жителей. Будет 8001 житель тогда, если... Вот. Такой город есть. Я не шучу, проверьте. Нахуй называется в Перу. Да, значит, следующий принцип – это справедливый обмен. То есть у нас мы все время работаем по принципу справедливому, ищем справедливый обмен. Вы увидите, как я буду спрашивать Наташу. А вот твой вот этот, включи свою структуру, Наташа. А вот это твой человек в подчинении, который... Сколько ты ему вчера заплатила? $30, она скажет. А что он за эти $30 сделал для компании? Это. Это справедливый обмен. Вот это вот постоянно поиск справедливого обмена, чтобы ни в коем случае не дать больше человеку, чем он отдает тебе, компании, и не взять больше, чем отдаешь. То есть, чтобы был баланс энергетический. Следующий принцип – это... мы не терпим людей, которым хватает. Вот есть слово у меня такое, хватает. Я говорю, а что ты не предприниматель? Я спрашиваю, а что ты этого не сделал?
Ну, не сделал. Я вот так много с предпринимателем работаю. Он там 10 тысяч долларов зарабатывает. У него все хреново, 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 хреново. Я никак не мог понять, что такое, почему, как бы. А потом я понял, просто ему хватает. 10 тысяч ему хватает, он сытый. А мы в компании сытых не держим. Только голодных. Только кому не хватает. Только те, кто хотят больше. Это просто такая компания у нас. Кому хватает, пусть другие компании идут. Достаточно из голодных. На всех позициях. Специалисты, менеджеры. На всех позициях есть те, которые хотят учиться, хотят расти, хотят быть лучше. Понятно. Следующий принцип. Мало усилий, много результата. Мы постоянно ищем, как вот сделать, точечку нажать, а получить много. Вот как эти иглоукалывания, да, вот и такие китаец, да, такие китайцы крутые. Вот он что-то стоит, ты лег, он говорит, ложись, ты лег. Он что-то с иголочкой стоит, смотрит, потом херак тебе, у тебя 3 месяца спина болит, он тебе тык, просто уколет где-то, не знаю, в жопе или еще где-то. И у тебя раз, и все проходит. Понимаешь, мало усилий, много результата. Вот постоянно поиск вот этого. Мало усилий, много результатов. Чтобы не работа ради работы, типа мы много работаем. Это нечем хвастаться. Следующий принцип – недозаработанные деньги. Мы постоянно ищем недозаработанные деньги. То есть если у нас 10 человек в отделе продаж, и у первого человека, у самого лучшего 10 тысяч продажи, а у остальных 9 – 5 тысяч продажи, то мы сколько недозарабатываем? Если бы были все 10, как первый, то было бы 100 тысяч продажи. А так как первые 10, а остальные 9 человек у них по 5, 9 на 5 – 45, плюс 10 – 55. 45 тысяч недозаработанных денег. Понимаете, как это работает? Вот. Когда ты это посчитал, сразу надо раз и ко второму пункту корпоративной культуры. Какого хуя? Какого? Вот почему не все такие, как первые? Почему? Что таких нет? Есть. Почему нет? Хватает. Хватает, нам такие не нужны, которым хватает. Они все взаимосвязаны, эти следующий принцип от я до а. Этот вы знаете, я много лет о нем говорю. Это мой вообще фундаментальный принцип. Мы все с главного начинаем. С самого главного. То есть если прибыль главнее, чем продажи, значит, мы с прибыли начинаем, не с продаж. То есть всегда с главного, от я до а идем. Следующий принцип – конкретные деньги за конкретную работу. Я вам покажу вот сейчас на совещании, как этот принцип работает. То есть я спрошу, Наташа, вот ее оргструктура. Всегда должен человек, подчиненный на совещание, к начальнику с оргструктурой приходить. Я вижу оргструктуру, я так сразу, оп, Стах Денис. Раз, я не знаю, кто это такой, мне не важно. Вот Стах Денис. Сколько вчера денег ты ему заплатила? $30. Что он... То есть ты конкретные деньги вчера ему заплатила или не конкретные? Конкретные. Сколько? 30. А что конкретно он сделал? Конкретно за эти деньги? Потому что у всех людей, у них практически у всех сотрудников сейчас в компаниях, у них цель такая – получать конкретные деньги за неконкретную работу. То есть, когда ты его спрашиваешь конкретно, что ты сделал, он еще обижается. Но не дай бог ты ему неконкретные деньги заплатишь. Не дай бог. Ты должен конкретно заплатить. Следующий принцип. Перелидоз. Мы все время стремимся к перелидозу. Перелидоз. Чтобы у нас лидов было больше, чем нам нужно. Перелидоз, чтобы у нас был. Следующий принцип. Нахуя нам без хуя, когда с хуем до хуя? Только звезды.
Юра думает, сейчас все уйдут с эфира. Ютуб забанит. Меня же Инстаграм забанили из-за матов, наверное, да, Юр? Сегодня я читаю комментарии. Пока не знаем, работаем. Сегодня комментарии я только что перед уроком прочитал. Как Алекса Инстаграм забанили? Там же столько всего за все годы этих постов, если вернуться вниз, там с 2014 года или когда, там же столько всего таких знаний. Нам хоть отдадут эти посты, Юра, если они нас не разбанят? Давай потом поговорим, я пока не знаю. Хорошо. Точно. Хорошо. Следующий принцип. Не дает Бог жабе крылья. То есть не пытайтесь людей переделывать. Баран, если человек, он львом никогда не станет. Не пытайтесь из него сделать льва. Ну все, пока достаточно. Давай, Наташа. Вот фокус. Вот все сейчас совещание, вы увидите, как все совещание. Оно, я даже буду говорить, наверное, сам буду что-то делать, и потом говорить, вот видите, что сейчас? Это недозаработанные деньги. Это не верю. Это пьяная обезьяна. Это вот буду прямо показывать все эти принципы. Вы понимаете, что это самая лучшая корпоративная культура? Вот это, вы понимаете? А не любовь клиентов, любовь к сотрудникам, не вот эта херня. Вот это настоящая корпоративная культура, которая всех порвет, всех. Лучшая компания в мире будет. Давай. 48 минут я предисловие делал, видите? Рот не закрывается. Львов, 24 сентября. Продажи. Неправильно. Неправильно, Наташа. Неправильно. Я не так хочу. Хорошо, как? Я хочу идти по людям. Я хочу сначала... Цифры, они цифры, они какие есть, такие есть. Мне нужно посмотреть, как люди твои работают. И как ты ими управляешь. По цифрам это Коля с тобой там понятно, что это понимаешь, чтобы цифры были хорошие, нужно качественно управлять. Результаты зависят от качественных усилий. Поэтому я хочу посмотреть, как ты управляешь людьми. Если ты ими хорошо управляешь, то цифры там, скорее всего, хорошие. А если они плохие, то это не ты виноват, а Коля. Ты при чем виноват? Если ты все, что от тебя требуется, ты великолепно делаешь. И цифры плохие. Ты при чем? Понимаешь? Поэтому мне нужно научить управлять тебя и всех. Давай. Хорошо. Эксперты, город Львов. Это мне не важно, какой город. 23 сентября. Рабочий день. Мы заплатили эксперту 910 гривен. Это правильно, его правильно. Ставка. Дополнительных бонусов неправильно, нету. Наташ, неправильно. То есть у нас мы оцениваем специалистов всегда во всех компаниях. Не имеет значения, какая отрасль. Или это ядерная электростанция, или это публичный дом. Никакого значения не имеет. Любой бизнес. Если это специалист, четыре критерия. Первый критерий – это количество усилий. Мы за количество усилий ставим оценку этому человеку за вчерашний день, оценку по пятибалльной шкале, потом обратную связь, почему такая оценка, и потом получаем обратную связь на обратную связь. Вот только так нужно руководить. И с этого нужно всегда начинать. Всегда одинаково. Любая симфония, там написаны ноты, и она всегда начинается одинаково, а не так, как хотят вдруг музыканты. Потому что ноты написаны. Я ноты написал. Это называется бизнес-процесс для менеджера. Это ноты. Вот именно так нужно начинать. Берешь сотрудника первого, говоришь, Саша, по количеству усилий тройка, потому что работал 3 часа. Или потом объясняешь, что ты еще объясняешь,
И потом я должен увидеть его обратную связь на твою обратную связь. Это обязательно. Сейчас уже вечер, и если ты управляешь правильно, ты должна была успеть получить обратную связь на твою обратную связь ему. Он должен увидеть оценку, как ты его оценила. Какую-то обратную связь ему дала, это голосом можно, Саша, там ты знаешь, это не годится, или молодец, или можно писать, как удобно. А он должен ответить тебе. Наташа, не согласен, ты предвзято ко мне относишься, или я согласен, исправлюсь. И я, как твой менеджер, должен это видеть, чтобы точно понять, какая динамика отношений у вас. Говоришь ли ты ему правду? Согласен ли он с этой правдой? Может, он видит правду по-другому? А если он видит по-другому, все, какого хуя ты с ним до сих пор работаешь? Потому что нельзя работать с людьми, которые видят по-другому, чем ты. Нельзя. Не значит, что ты прав. То есть мнение коммерческое может быть, это я наоборот всегда приветствую, когда я считаю, что надо так сделать, а на уровне принятия стратегического или какого-то коммерческого решения моя команда, кто-то говорит, нет, не так, наоборот, это прекрасно, когда разные мнения. Но это не мнение, это операционка. Слушаю, Наташа. То есть, обратите внимание, я сейчас обучаю, я сейчас стараюсь. Следующий принцип нашей корпоративной культуры называется потные, но счастливые. Потные, но счастливые. И следующий принцип корпоративной культуры называется осадок. Ну, как в анекдоте, ложечки нашлись, осадок остался хреновый. То есть моя главная задача в совещании с Наташей, как ни странно, это какой осадок у нее останется после совещания. Потому что если я так проведу совещание, что она сильно расстроится, что она обидится, это будет ужасное совещание, что бы я бы ни сделал. То есть мне важно, что после совещания она ушла все-таки задумчивая, но заряженная. Это цель любого совещания. Но во время совещания нужно, чтобы человек был потный, но счастливый. Смотрите, как я сейчас напрягаю Наташу, напрягаю. Ну, потный – это образ. Потный, но счастливый. Любой дурак может человека сделать потным, но несчастным. Там па-па-па, накричать, там человек расстроится, потный будет. Тоже любой дурак может сделать человека счастливым. Наташа, все хорошо, ты, ничего. Это любой дурак. А самое сложное – это золотая середина. Это потный, но счастливый. Мне нужно, чтобы максимально обучить Наташу, максимально рассказать, показать. То есть напрячь. Потому что человек, если он не напрягается, он не учится. Да, Наташа. Усилие количества, моя оценка 5. Почему? Обратная связь. Да, обратная связь. Ты ему это дала обратную связь? Он знает об этом? Нет. Вот это ошибка. Нет. Ты нарушаешь бизнес-процесс. Я знаю, теперь я поняла. Нарушение бизнес-процесса. Написаны ноты мною, гениальные ноты. Самая гениальная менеджмент-симфония в мире я написал для менеджеров. Ноты. Нужно до 11 утра поставить оценку и написать ему или наговорить. Неважно. Ты, молодец, Саша, 5, молодец, красавчик. Он говорит, спасибо, это обратная связь на обратную связь. Я вижу, что у вас хорошая динамика. Понимаешь? Я твой папа, ты дочка, а это внук. Я вижу, что у вас хорошая между все. Я спокоен. А он же не знает. Человек не получает обратную связь, он не знает. Он хорошо работает, плохо работает. Ты довольна, недовольна. Никто ничего не знает. Да, этого я не делаю. Будешь делать? Договорились? Буду. И также хочу научиться делать потные, но счастливые.
Это 30 лет я тренируюсь, Наташа. Если ты... Это не просто, чтобы этому научиться, нужно с этим намерением много-много лет проводить совещание. С этим намерением, не просто. Вот если сейчас только начнешь вот с этим намерением проводить совещание, ты будешь пытаться... Это скорость совещания, динамика. Ты должна научить, спросить, потребовать. Плюс знания у тебя должны быть большие, конкретика в тебе. Потому что иначе, понимаешь, вот то, что я говорю, ты не можешь ни возразить ни на одно слово. То есть ты понимаешь, что я прав, что я справедливый. Понимаешь? Это очень важно. Потому что если ты будешь то же самое говорить своим подчиненным, а не сможешь объяснить справедливость всего этого, то они не будут это делать. У меня, например, никогда никто, я никогда никого не увольняю вообще, потому что люди сами уходят. Если я им показываю уровень, на котором надо работать со мной, и если он не может, он сам уходит. Дальше. Это первый критерий. Хорошо, пять там почему-то, давай дальше пойдем. Есть как причина. Это он сколько он 8 часов работал? Почему 5, кстати, объясни мне. Видишь, опять ошибка. Я же говорил, по-моему, в прошлый раз. Вот я никогда не работаю с людьми, если я говорю, и человек опять не учится, я не могу работать с людьми с такими. Я просто, по-моему, я тебе говорил, Наташа, в прошлый раз, что количество усилий это не сколько у него встреч было. Это сколько встреч, это операционный показатель. Сколько звонков, дозвонов, это операционный. Все путают практически. Усилия это, сколько он звонил, сколько встретился, сколько часов работал. Вопрос, Наташа. Семь. Сколько? Он 7 часов работал? Семь. Ну, можно Да. представить, да, можно. Но я не верю. Докажи, что он 7 часов работал. На каждую встречу уходит 2 часа в среднем. Сколько было встреч? Три встречи, три выезда и одна онлайн-встреча. Хорошо, Это... хорошо, все, достаточно. То есть я что сейчас делаю? Понимаете, моя задача, чтобы я не могу копать во всех вопросах, невозможно. Но я беру какой-то момент и копаю глубоко, чтобы Наташа в следующий раз не знала, где я остановлюсь и начну копать, чтобы она была готова. В любой, по всем вопросам готова и знает, что я могу копнуть в любой момент. Вот это называется принцип копать. Я вам сейчас все, что я вам эти показывал, я буду вот. Я вам только что показал, не верю, я показал только что копать. Все совещание это конкретика, все абсолютно. Потом запишите еще один принцип. Бизнес-процессы менеджмента. Менеджера. Бизнес-процессы менеджера. Вот это... Моя система SUP – это написанные бизнес-процессы для менеджера. Потому что у всех более-менее приличных компаний у них есть бизнес-процессы для специалиста. 100 поваров, все жарят картошку, вот написано, вот так ее жарить. Это уже есть. Но как менеджер должен управлять специалистами? Нет. И как М2, М1 менеджер, майор, лейтенантом тоже нет. Вот тут спонтанно, видите, Наташа, она спонтанно, она вдруг решила вот начать с денег, начать с этого, не с того. Это неправильный процесс. Ничего страшного, Наташа, конечно, не занимаюсь Наташей каждый день. Вы понимаете, что если бы я каждый день вот так с ней позанимался 5, 6, 7 раз подряд, все, она бы четко. Это же не сложно, у меня же абсолютно несложная система. Дальше. То есть мы Сашу оценим и каждого специалиста по 4 параметрам. Какие 4, Наташа? Обратите внимание, менеджер должен быть учителем. Вы видите, я учу, 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 учу постоянно. Учу, вдохновляю, требую. Учу, вдохновляю, требую. Я постоянно учу. Если ты менеджер, ты должен любить учить.
Да. Какие четыре? Усилия количества, усилия качества, операционные показатели, финансовые показатели. Правильно. И именно в такой последовательности. До, ре, ми, фа. Именно в такой. Не фа, ми, ре, до. Не в этой. А именно в этой. А ты понимаешь, ты не в той начала. Ты начала финансовый. Да. Неправильно. Ну, поверь мне, что это продумано, это не просто так, это очень продумано. Ты когда по этой системе начнешь работать, ты поймешь, почему такая последовательность и как оно все начинает красиво звучать. Я после предыдущего нашего совещания, когда в целом смотрела, видела только одну проблему, там, да, прибыль, деньги, продажи. Мне уже проще в этом разбираться. Когда я начинаю копать, я понимаю причину. Ну, здесь я согласна. Отлично, молодец. Здесь, да. Наташа, ты в 10 раз умнее, чем эта система, в 100 раз умнее, чем эта система. Это очень простая система. Ее просто никто не знал. И я просто ее изобрел. Она очень простая. Просто надо делать. Вот по этим нотам каждый день играй, и ты увидишь, как у тебя все будет совсем по-другому, в разы лучше. И проще тебе будет. Потому что это точки опоры, ты понимаешь? Ты вот не так ты бывает утром приходишь и не знаешь вот за что взяться, за это, продажи, позвонить, поговорить, написать, а здесь все ты просто идешь, берешь первого сотрудника и вперед. Количество усилий, качество, то есть прошла всех, написала всем до 11 утра по четырем критериям. Сколько у тебя прямых подчиненных? Покажи. 8. Давай, покажи, какие. Только без фамилий, пожалуйста, без должностей. Это все детали, это не имеет значения. Видно экран? Я Да. открыла страницу. Сразу тебе говорю, тяп-ляп у тебя нарисовано. Все должно быть красиво, все. Включая вот эти вот такие даже слайды. Надо все делать красиво. Давай. Быстрее чуть-чуть, быстрее. Динамика, скорость. Очень важна скорость. Это спорт. Бизнес – это спорт. Скорость. Мои подчиненные разделены на два этапа. Продавцы колл-центра и продавцы Не второго надо этапа. объяснять. Просто я задал конкретный вопрос. Конкретика. Сколько подчиненных? Ты сказала 8. Какие? 8. Помощник. Имя. Марина. Давай дальше. Три продавца колл-центра. Ага. Ольга, Все понял. Ярослава. Дальше, дальше. 4 эксперта. Львов, один Все эксперт. отлично, я понял. Все понял. 3, 4 и помощник. Вот 7 подчиненных. Хорошо, нормально. Нормально. Можно, компания будет расти, можно до 10, может даже до 12 дойти. То есть еще есть место для прямых подчиненных у тебя. Давай возвращаемся к... Давай быстрее, Наташа, динамика, динамика, Усилия скорость. качества. Моя Качество оценка. не усилия качества, а качество усилий. Смотри, Наташа, у нас в компании первое – это идеология. Вот я это рассказал, идеологию. Второе – это терминология. Мы все называем одинаково. Мы должны привыкнуть к одинаковой терминологии. Тогда мы на одном языке будем говорить. Если я называю количество усилий, качество усилий, а ты усилия, качество, это не, мы далеко не уедем. Не буду сейчас долго объяснять, почему это важно. Поверьте. Если я говорю, что идеология это первое, второе это терминология, поверьте. Я так строю все бизнесы, поэтому так быстро могу масштабировать. Да. Качество усилий, моя оценка 5.
Моя это лишнее слово. Оценка 5. Почему? Сразу. Смотри, Наташа, чем меньше я говорю, тем лучше ты проводишь, тем лучше. Ты должна так говорить, чтобы я не вытаскивал из тебя. Понимаешь, вот ты говоришь, оценка 5, и молчишь. Ты должна сказать, оценка 5, обратная связь такая-то, обратная связь на обратную связь вот такая-то. До 11 утра это сделала, бизнес выполнен. Поняла. Чем больше я трачу энергии на совещание, тем, значит, хуже ты работаешь. В идеале я должен, как в кинотеатр, прийти, сесть, попкорн купить и смотреть голливудский фильм. Вот твою презентацию, как голливудский фильм в идеале, чтобы я просто сидел, смотрел, вау, сказал, молодец, Наташа, все, вот, все правильно. Давай. Качество усилий 5. 3 выезда с клиентами проведены. Это никакого отношения к качеству не имеет, Наташа. Никакого. Хорошо. Это к копи-результатам имеет. 3 план был, 3 факт. Качество – это… Вот смотри, вот количество… Коля мой начальник. Он по количеству будет оценивать. Вот я с тобой час или два там по времени вел совещание. Это количество усилий. А качество – это насколько я круто вел совещание. Насколько я тебя вдохновил, на какой у тебя осадок остался, как я тебя обучал – это качество. Есть количество в усилиях и качество во всех профессиях. И в ядерной электростанции у всех работников, и в публичном доме, во всех бизнесах. Количество усилий и качество. Моя оценка 3. О, почему? Эта система, Наташа, она заставляет правильно работать. Эта система моя, это как туннель под Гудзоном. Я не знаю, кто был в Нью-Йорке, там такая река есть, Гудзон, и Манхэттен, например, Манхэттен с Бруклином соединяет, туннель. Вот я в него заезжаю, и все. И я не могу выехать в другом месте. Я точно знаю, в какой точке я выехал. И еще сзади меня подпирает машины. Я уже не могу остановиться навстречу другие машины. То есть он несет... Я вынужден правильно все делать. Сзади машины, понимаешь, и туннель. Эта система, эта туннель, она просто тебя правильно будет вести. Давай. Оценка 3. Смогла оценить только онлайн-встречу. Выезды экспертов у нас не записываются, и мы не знаем, как проходят встречи эксперта и клиента. Поэтому это оценить я не могу. Значит, 2? Почему 3? Давай, ну, давай, давай. Если не согласна, спорь. Я очень люблю, когда, если человек не согласен, я это очень уважаю. Ну, может, потому я что не... по тем критериям, которые я могу отследить, по тем критериям, я только эти критерии могу оценить, а моя оценка здесь 3. Но я могу оценить только онлайн-встречу. Смотри, Наташа, ты плохо чтобы управлять человеком, нужно обязательно точно знать, сколько часов он вчера работал, по количеству. Точно знать качество, точно знать опер-результаты, какие у него операционные, не финансовые, которые, опер, там, было план 3, факт 3, 6, 10, план, факт, и точно финансовые понимать. Если нет продаж, то, по крайней мере, сколько, если ты что-то из 4 не знаешь, ты им не управляешь, плохо управляешь. Ну, представь себе тренер, который знает, что его футболист в команде 2 часа вчера играл игру, но не знает качество. Как он может им управлять? Управление же идет количеством и качеством усилий. В этом суть управления. Чтобы получить оперезультаты лучшие и финансовые. Цель – результат. Но результат мы получаем от качества и количества, от количества и качества усилий. Ими надо управлять. Чем лучше мы управляем количеством и качеством усилий, тем лучше мы результат получаем. Согласна? Я согласна.
Ну, для меня это слепая зона. Я не знаю, как проконтролировать человека, который работает в Олей, полях. это будешь решать, я сейчас не буду это здесь Хорошо. не про это совещание, хочу всем показать. Это как раз вот в этом месте начальник с подчиненным, это М2, СМ1 должны вместе подумать, как это вот коммерческий момент, кстати, вот сейчас это вот это коммерческий момент совещания, где нужно решение принять одноразовое. Вот с завтрашнего дня вот так мы это делаем. То есть новый бизнес-процесс какой-то нужно принять. Но я не буду сейчас в коммерческие решения погружаться, потому что в коммерческие вы и так все умеете, предприниматели. Вы операционно не умеете правильно по нотам играть. Я просто тебе, чтобы ты, что я тебе объясняю, чтобы ты осознавала, что ты неполноценно руководишь человеком, если ты не знаешь все эти четыре. Если мы сейчас начнем проходить твоего продавца, который в колл-центре, который продает встречи. У тебя один продает клиенту, а другой продает встречи, правильно? Два этапа. То ты все четыре контролируешь. Ты там качество усилий контролируешь, потому что ты звонки слушаешь. Да. Вот это полноценное управление. А когда ты неполноценно управляешь, тебе надо принять решение какое-то, либо сама, либо с твоим начальником, как начать контролировать. Как начать контролировать качеством, тогда ты оцифровывать качество правильно, тогда можно управлять качеством. То, что ты не оцифровываешь, тем нельзя управлять. Ты не управляешь качеством. Усилия этого человека. А это одно из самых важных. Ну а что, если он по количеству у него 5 все время, а по качеству 2, но ты не знаешь об этом? Дальше двигаемся. Оперрезультаты. Оперрезультат. Операционный результат, оценка 5. По плану у нас должна быть одна проведенная встреча. По факту мы имеем три проведенные встречи. Отлично. Ты должна дать обратную связь, похвалить. Он должен сказать спасибо. Ну, то есть как-то отреагировать. Это респект, уважение. Да, обратную связь я буду брать обязательно в работу. У тебя есть в том, что все, что я вот говорю, уже мы с тобой сейчас работаем где-то час, час 10. Есть что-то, честно, мне очень важна честность. Что-то из того, что я сказал, что тебе не заходит, обидело, не зашло, не согласно, несправедливо. Нет, этого всего нет. То есть все правильно я говорю. Да. Отлично. Сократовский метод, друзья. Вот еще запишите. Один из принципов нашей работы – Сократовский метод. Сейчас объясню, что это такое. Сократовский метод. Вот я говорю, Наташа, согласна? Да. А с этим согласна? Да. Если она согласилась со всем, то и следующее, очевидно, да. То есть вы должны да, принятие человека. Потому что если человек не принимает, вы не можете дальше идти. Это Сократ так делал. Доказывал. Как он доказывал? Он брал, с этим согласен? Да. А с этим? Да. А с этим? Да. Ну тогда вот это правильно. Если он сразу человеку говорил, вот это правильно, он говорит, нет, неправильно. Но когда он начинал по кусочкам, вот все кусочки доказывал, он говорил, да, ну так это же очевидно, если все да, то и это да. Это я тебя тоже учу управлять. Ты точно так же должна управлять своими, как я тобой, так и ты ими. Понимаешь? Да, и я обязательно приму к сведению обратную связь на обратную связь. Это должно работать в любом случае. Если ты хочешь, я могу что, понимаешь, вот смотри, я сейчас просто хочу как бы, ну, пройти как можно больше, чтобы ребятам показать, как, ну, это же цель же мастер-класс, чтобы научить многих людей, которые смотрят. Поэтому я так быстро пробегаю. Но если что-то ты не до конца поняла, вот что такое ОС на ОС, что такое обратная связь на обратную связь, нахрена она нужна? Спрашивай меня, Наташа. Но ты точно не сделаешь, если ты не спросишь, если ты внутренне не согласна, если мы на разных, на разной волне с тобой.
Если какую-то неприязнь ты испытываешь ко мне, ничего не будет работать. Поэтому вот что-то вот, может, расшифруй, или тебе все понятно пока? Мне все понятно. Хорошо. Видите, да, вот это сократовский метод. Тогда мы дальше идем, потому что вот да, 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 да. Фин-результат. Четвертое. Каждый специалист, еще раз повторяю, очень простая система. Каждый день. Мы управляем каждый день. Каждым человеком каждый день, а не раз в неделю. Нет. Не раз в месяц. Каждый день. И четыре есть у специалиста, четыре критерия, которые мы управляем. Менеджер менеджером, когда управляет, другие четыре. Я вам в конце совещания покажу другие четыре критерия. Я же сейчас М2, Наташа М1, а Коля М3. Поэтому я Наташе оценки поставлю по менеджерским критериям. Покажу вам. Но сначала я хочу посмотреть, я смотрю, как, насколько качественно Наташа управляет своим коллективом. Я сейчас вам показываю, как М2, М1 должен управлять. Как менеджер менеджером. И одновременно вы учитесь как менеджер специалистом. Вот как Наташа должна специалистами управлять, вы же тоже сейчас учитесь одновременно. И вы одновременно вы учитесь как я менеджер менеджером и менеджер специалистом. А я вас хочу обрадовать, друзья, что ничего больше не существует в бизнесе. Ничего. Даже если миллион человек работает в компании, миллион, то там только есть специалисты и менеджеры. Только специалисты и менеджеры. И надо всеми специалистами каждый день руководить. Какой-то, у каждого специалиста какой-то М1 прикреплен. У каждого. Даже если их миллион. Не может же быть специалист без менеджера. Не может. Бирюзовые эти все организации – это полная хуйня. Полная, полнейшая. Даже не слушайте это все. Приведите какого-то директора под бирюзовым организациям этого, который книгу написал. Я его порву просто в эфире прямом. Вы просто, у него пропадет интернет через 15 минут. Он исчезнет, а потом он скажет, ой, извините, у меня интернет пропал. Причем я буду культурно-культурно говорить. Просто ему стыдно станет. У каждого специалиста есть менеджер. У каждого менеджера тоже есть менеджер. Кроме генерального директора. Это единственный менеджер, у которого нет менеджера. А у всех остальных менеджеров есть менеджер. Поэтому нужно научиться, как управлять специалистами. И нужно научиться, как управлять менеджером. И больше ничего. Вот я сейчас вам в одном мастер-классе и то показываю. Как менеджер менеджером, вот я менеджер, управляю Наташей. И как Наташе нужно управлять, тут тоже очевидно становится. А почему вас никто этому не научил? Два варианта. Либо они сволочи, знают и не хотят рассказывать, либо они не знают. Только два варианта есть. Я вам скажу по секрету, они просто не знают. Они не сволочи. Не скрывают. Они не знают. Давай, фин-результат. Сотруднику мы заплатили 910 гривен. Да. И как ты считаешь, равноценный обмен? Вот по ощущениям. Это же всегда субъективное ощущение. Вот колбаса, доллар. Вот эти 300 грамм, доллар. Вот субъективное ощущение. 910 гривен и вот то, что он сделал для компании. Это равноценный обмен? Да. Или мы его наебали, или он нас наебал. Есть три варианта. Нет, именно за этот день это равноценный обмен. Все, прекрасно. А это сколько мы отдали? А сколько мы получили? Он же продажник.
продажник, тут конкретно, реально, сколько денег мы получили в этот день? Мы получили какие-то деньги? А в этот день нет. Да, здесь оценки не нужно ставить. Здесь просто вот, ну, не получили деньги, а... Вот. И смотрите, друзья, вот тот вот так же нужно пройтись по всем абсолютно. Вот у Наташи 8 их, но совещание нельзя затягивать. Ну, например, час оно должно длиться. И я когда во время совещания принимаю решение либо одного разобрать глубоко и всех не трогать, и понятно становится, теперь Наташа, о, Наташа уже понимает теперь, как нужно. У меня же главная задача научить. Она теперь понимает, как нужно со всеми остальными. Правильно? Даже нам не нужно сейчас проходить всех остальных. Да. Я уже пишу себе задачи. Да, не надо писать, потом будешь, нет времени сейчас. Это в запись есть, посмотришь, все запишешь. Да, а следующее совещание, например, Наташа, понимаете, она уже придет подготовленная по всем 8. А я не с этого начну. Я говорю, Наташа, это мы потом, а давай посмотрим теперь результаты, потому что это же все управление, это же не результат. Давай посмотрим еще результаты команды, вот то, с чего Наташа хотела начать. И я всегда буду непредсказуем, она никогда не будет знать, кого я выберу, пройтись, на какую глубину. Это же я еще не очень глубоко, я еще мог глубже, а три встречи, а где он был, а точно там они 2 часа были, то есть копать, 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 там просто, и она никогда не будет, Наташа никогда не будет знать, я иногда буду копать так, я возьму, пройду, может, 20% одного человека, но докопаю до помидор. Вот. И одно так совещание, одно результат, одно так, одно результат. И все, и Наташа будет и то готова. Готова. Она будет и правильно управлять командой, и понимать это управление, какое табло дает, какие результаты. Наташа, ты потная, но счастливая? Да. Осадок хороший у тебя остался? Да. Сократовский метод я показал? Сократовский метод, да. Бизнес-процессы я объяснил и показал, что такое. То есть моя задача, да. Все, что я рассказывал, часами, днями, годами, 14 лет каждый день, показать вам. Я показал, что такое осадок, показал, что такое потные и счастливые. Я показал, что не дает Бог жабьи крылья, мы тут не разбирали, не дошло. Там вот это не дошло. Конкретные деньги за конкретную работу, чуть-чуть вот сейчас показал, что это такое. От я, да, показал. Перелидос мы не про... сейчас не было об этом. Недозаработанные деньги не было. Мало усилий, много результата было. Вообще вся моя система, это минимальное, как усилие сделать, чтобы минимальный результат получить. Самая эффективная система управления. Дятла-попугай, да, показываю, потому что я это говорил в прошлый раз Наташе. Сейчас говорю и буду повторять, и повторять, и буду терпеливый. Небольшую я ошибку сделал, я чуть-чуть сорвался и сказал Наташе, блин, я уже это говорил в прошлый раз, это была моя ошибка. Не надо было. Пьяная обезьяна, Наташа не прыгала вообще, отлично, молодец. Не верю, я показал, конкретика показал, какого хуя показал, копать показал. Ну вот, вот это, и на этой программе 3 месяца, которая будет, я буду каждый урок я буду показывать, а потом вас корректировать. И вы научитесь, конечно, многому. Представьте себе, если вот я пришел в консерваторию учиться, играть хорошо. И мне каждый урок учитель просто сидит и рассказывает, как нужно играть Моцарта, а потом Бетховена. Ни он не показывает, ни я не играю. Как можно научиться играть на музыкальном инструменте? Невозможно. Понимаете? А все бизнес-школы, это же только теория. Хуевая, очень неправильная. Даже это неправильно. Но никто не показывает и никто не корректирует. Как можно научиться бизнесом управлять?
Наташа, спасибо, ты молодец. Давай здесь же я вопрос задам. Все тебе очень благодарны за то, что ты... Я думал, что ты откажешься, когда мне Юра сказал, вот идея такая провести. И пару дней назад мне Юра сказал, я говорю, ну, с Колей поговори. Я не знаю, Коля захочет ли, Наташа захочет ли. Ну, конечно, нет. Большая благодарность, потому что благодаря тебе все увидели. Потому что если бы ты отказалась, как я могу показать, если бы человек отказался, понимаешь? Я только за. Для меня это еще одна возможность проработать свои ошибки, то, что я делаю не так, а это всегда. Я буду сейчас. Да, молодец, молодец. Наташа, чуть-чуть осталось. Ты понимаешь, что ты умнее в 10 раз, чем эта система. Ну, просто вот не играй не с фа начинай, а с до. Вот так, как я говорю, так и делай. Она же очень простая. А, вот что я еще не показал вам. Значит, теперь мне же нужно... Теперь оцени, вот после этого совещания по бизнес-процессу я должен оценить Наташу и Коле отправить отчет. Он же мой начальник, М3. А менеджер оценивает по другим четырем показателям. Не по этим четырем, не по таким, как специалисты. Первое – это я оцениваю Наташу по ее команде. Скажи, кто твоя команда, я скажу, кто ты. Скажи мне, Наташа, у тебя все на 5 работают? Нет. Есть кто-то, кто на 4, на 3, давай из этих 8. Сейчас пока быстренько. Это вообще это же несколько, это же постоянное. Просто как бы условно, я пришел руководить этой компанией, вот это я в первый день вот так совещание провожу. А потом же я буду с ней завтра, послезавтра, через постоянно. И буквально 2 недели, все, она будет топ-мен, она будет крутейший менеджер. Все идеально делать. Из 8 два человека работают на 4, один на 3. 1 на 3. Угу. Второй пункт корпоративной культуры, помнишь, повторять. Какого? Да какого? Да. Зачем нам такие люди? Зачем нам без этого, если с этим много? Угу. Есть там такой у нас принцип. Зачем? Нахуя нам без хуя? Зачем нам на 3, которые работают? Нам что, хватает? Мне не хватает. Мне 54 года, я голодный дико, голодный страшно. Нам сытые не нужны. Я никогда не буду работать. Я тебе сейчас скажу, мало того, мне сейчас Коля поставит 2. Потому что он скажет, какого хуя у тебя работают в твоей вертикали власти, это же ты подо мной, а они, кто под тобой, они тоже подо мной, в моей вертикали. Какого хуя, Коля мне скажет, Коля строже, чем я. Он мне скажет 2 недели, Коля мне скажет 2 недели. Иначе Перу. Но мне надо тебе конкретную оценку поставить, потому что по бизнес-процессу я не могу просто б-б-б-б-б-б-б поболтать и не без конкретики. Я тебе ставлю, Наташа, 2. 2, не 3 даже, 2. Потому что если хоть кто-то у тебя в команде работает не на 5, то тебе 2. Потому что no excuse, нету оправданий, нет, чтобы не найти 8 человек, которые, тем более у тебя же 6, сколько, 5 на 5 работают, да, из 8? Да. Ну так еще 3, и все, и будут все. То есть, ребята, с моей системой, вот если бы я сейчас возглавил реально как гендиректор эту компанию, то через... 2 недели ни одного было бы, не было бы троечника уже в компании, ни одного. И еще месяц-полтора ни одного четверочника не было. Все бы на 5 работали. Потому что есть конкретика. И есть второй пункт корпоративной культуры, и есть вот этот без, если... Вот эти 2 пункта, они просто раз и все, в тиски. И менеджер сверху, потом есть вот Коля надо мной, если я недостаточно требовательный, так он от меня потребует, он мне даст 2 недели. Понимаете, как система работает?
Я бы, ладно, сказал, закрыл бы глаза. Ну, Наташа, ну ладно, там тройка, четверка, мы ж советские люди бывшие. Ну, и так сойдет. Перфекция-пахуизм. Это советская ментальность, это перфекция-пахуизм. Вначале мы всех порвем, мы сделаем все, а потом к 12 часам дня, хуй с ним, и так сойдет. Перфекция-пахуизм называется. Советский человек. Это вначале вот перфекционизм, а потом с 12 дня похуизм включается. Вместе перфекция-похуизм. Я бы сказал, Наташа, я же советский человек 69-го года рождения. 60-х годов 20 века. Я советский человек. Ну и так сойдет. Но Коля же не советский человек. Он скажет, слушай, 2 недели я тебе даю. Я не знаю, кто там Наташа, кто там. Я просто вижу оценки, не пятерки. Я не знаю их, не хочу их знать. Я тебе поставил оценку, дал обратную связь. Дай мне обратную связь, Наташа. Потому что Коля мне двойку поставит, если не будет 3 вещей. Оценка, обратная связь и обратная связь на обратную связь. Обратная связь, я совсем согласна. О, все, дальше идем. Молодец, я рад. Второе, значит, выполнение бизнес-процессов. 3 с минусом тебе ставлю, Наташа. Но, молодец. Вот это очень тонкий момент. 3 с минусом можно похвалить. То есть, если как должно быть, это 3 с минусом, но есть прогресс. И я вижу, я кайфую от того, что я вижу точно еще чуть-чуть, и ты начнешь правильно работать. И я виноват. Я с тобой недостаточно работал. Если бы я достаточно работал, ты бы уже на 5. Но если с 5 сравнить, как должно быть это, ты должна была прийти и сказать, вот оргструктура, выбирай любого. Я бы сказал тебе, Вася, ты бы сказала... Первое, количество усилий 5, 4, понимаешь, вот это бизнес-процесс правильный. Он, надо с до начинать, ты с фа начинаешь, надо с фа, ты рэп, но ты уже сейчас, в следующий раз, я уверен, будет все шикарно. Дальше, 3 оценка. Обратную связь ты не дала мне, на обратную связь. Согласна? Да. Или несправедливо эти 3 с минусом поставить? Нет, я согласна. Все, Коля сейчас послушал, видит, что у нас с тобой хорошая динамика, значит, он мне тоже хорошую оценку поставит. 3. Я тебя должен оценить по тому, как ты работаешь с командой. Здесь я пока не знаю, это я во второй половине дня, это до 11 утра я оцениваю тебя по этим первым двум, а потом после 11 я какое-то твое одно совещание послушаю, как ты с кем-то вела совещание, и оценю тебя по качеству. Коля сейчас послушает мое с тобой, как я тебя тренирую, и поставит мне 5 с плюсом, 100%. Скажет, вау, красавчик. Я скажу, спасибо, Коля. Ну, потому как я учу, как я тренирую. А я послушаю твое какое-то совещание. Они же все в записи, Наташа, правильно? Да. Да. Или будут завтра. Завтрашнего дня. Поэтому я любое послушаю, поставлю тебе и дам комментарии. Скажу, Наташа, не потный, несчастливый, осадок не очень, что-то это, динамики не было на совещании, не вдохновляло. Я тебе прямо про это... Обратную связь дам. И 4 я тебя оценю во второй половине дня по коммерческим твоим решениям. То есть ты мне скажешь за вчерашний день, что ты такого придумала нового. Ну, сейчас просто не будем тратить время. То есть это я вам показываю, как менеджер должен, менеджера оценивать по 4. Это качество команды, бизнес-процессы менеджерские. Потом, как он обучает своих и какие он коммерческие решения принимает. Это инновации. Как вот, что он придумал нового, чтобы заработать больше денег. А давай это попробуем, а давай в зеленый цвет перекрасим, а давай вот эти эксперименты, коммерческие решения, одноразовые. И вот это я Коле даю,
моему менеджеру М3. 4 эти оценки. А Коля меня должен оценить. И у него над ним еще менеджер. Ну, это в большой организации. И все. Система вот такая. СУП называется. Система управления показателями. Система управления персоналом. Подпольное название этой системы. Пришла весна. Подводная лодка. Ну, как, какое вам больше нравится, такое выбираете. Давай, у меня вопрос есть. Давай. Смотри, я думаю, что сейчас вот ребята смотрят все, предприниматели в основном нас смотрят и думают, это надо мне все, это оказывается, вот это все нудно, оценки, усилия, результаты, ну и так далее, и так далее. Это надо ему это все делать? Нет. Вот, поясни это же. Кто это должен делать? Он должен взять операционного директора, который все это будет делать. Он должен, он сам никогда не будет, предприниматель никогда не будет делать что-то одно и то же каждый день. Это предприниматель, это композитор, ему хочется новое что-то написать. Это характер такой, творческий, композитор, новый. Вот он один раз делал, все. Это как бы, вот я написал эти бизнес-процессы, но выполнять их я не могу, не может композитор каждый день дирижировать свою симфонию, он ее написать может. Вот я написал, а сам управлять не могу поэтому. Это же надо каждый день с Наташей в 9 утра вот это пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, одно и то. Это характер должен быть дирижера. По нотам. Композитор ноты написал, а дирижер по этим нотам со специалистами все разучивает. Но вы должны быть архитектором бизнес-процессов, предпринимателем. Потому что вы не возьмете менеджера, который это умеет. Никто это не умеет. Не сможете взять и сказать, управляй по Алекса-системе. Нет, вы должны... Не получится. Все-таки вы должны быть архитектором. Понимаешь, вот композитором этой системы. Но вам на самом деле не нужно ее сочинять. Я же уже ее сочинил. Поэтому вы должны быть таким композитором, который просто... У вас воля должна быть ее внедрить. Просто взять хорошего, настоящего менеджера и сказать, вот по этой системе, вот как Коля же тоже предприниматель, он Наташа, он говорит, Наташа, вот по этой системе работай. Но если не хочешь, ну мы не сможем с тобой работать. Понятно, Юра? Но должен предприниматель глубоко понять ее, да. Но понять это не значит делать. Потому что если он ее не будет понимать, то он не сможет от менеджера потребовать, чтобы он по этой системе управлял. Ты учишь предпринимателя тому, чтобы в его бизнесе это работало без его участия? Ну вот Коля конкретно. Коля же предприниматель, и он у меня учится. Вот сейчас он сейчас посмотрел. И он дальше завтра будет с Наташей проводить совещание. Но Коля сейчас еще не вышел на тот уровень, чтобы взять одного опердиректора. Ему еще чуть-чуть остается, и он уже возьмет опердиректора, который будет с Наташей системно, не так, как Коля. Коля все равно, он в дороге, в пути, это предприниматель. Он всегда где-то бегает, с кем-то встречается, понимаешь, это не то. Надо сидеть на стуле и проводить вот совещание, и копаться с одним, со вторым, по расписанию. Всех должно... Предприниматель так не может. Какое расписание для предпринимателя? Идеи приходят не по расписанию. Да, я понял. Ребята, смотрите, много сообщений участников в Зуме. Сейчас будут вопросы. Я хочу попросить каждого, чтобы задали вопросы по этой системе управления. Кто-то послушал, кто-то что-то точно не понял, кто-то с чем-то особенно не согласен, вот такие в первую очереди. Кто-то чувствует, что где-то есть пробел, что он сейчас вот сюда вопрос поставит, ну, задаст и все, в угол загонит, да? Да, я готов один к ста. Да, я бы хотел, чтобы сегодняшний урок прошел в этом русле. Задайте все, пожалуйста, вопросы. Даже у меня куча вопросов на эту тему, я бы сейчас позадавал Алексу, но тут важно, чтобы вы поработали. Давайте я включу презентацию, расскажу немножко о программе, о которой Алекс рассказал буквально за 3 минуты. Расскажу об условиях, кто хочет, тот присоединится к ней.
Демонстрацию сейчас мы сделаем. Смотрите, ребят, у нас есть программа масштабирования. Мы сейчас эту программу масштабирования обновили. С 1 ноября она стартанет. Она называется Pro Max, как новый iPhone. Вот, масштабирование Pro Max, в которой включена как раз-таки в основе лежит вот эта методика SUP, методика системы управления. На этом будет обновление и сделано. Потому что масштабирование что такое? Это следствие, а причина это все-таки управление. Поэтому цель наша это внедрить систему управления. Для чего? Для того, чтобы масштабировать ваш бизнес. И как Алекс вначале сказал, здесь принцип обучения этот, он построен на трех моментах. Это рассказать, показать, откорректировать. И именно этим ключевым моментом мы отличаемся от кого-то остальных. Здесь именно практика, здесь спонтанные уроки, здесь спонтанная работа, но в русле рассказать, показать, откорректировать. Вот по примеру того, как Алекс сейчас показывал. Сейчас это было показать. Но здесь еще третий момент, он очень интересный. Я в записи отправлю, покажу вам всем, следите за рассылкой. Там, где Алекс корректирует. То есть приходит студент и говорит: «Алекс, вот теперь я, так же, как ты сейчас, я посмотрел, провел совещание, вот запись, давай меня подкорректируй». Алекс слушает, ставит паузу, говорит: «Нет, здесь не то надо было сделать. Вот здесь ты его сдемотивировал, вот здесь нужно было по-другому, вот здесь ты не на тот показатель посмотрел, вот здесь он вообще не понимает о показателе, а ты об этом не сказал». Ну, там очень много интересных моментов на этапе корректировки. Поэтому принцип обучения и вот это обновление наше, оно построено на том, что мы с ноября месяца, 3 месяца будет именно один из уроков будет, это где вот это показать, откорректировать, показать, откорректировать. Теперь давайте так, что входит в масштабирование Pro Max, что мы вам даем и какие бонусы мы вам даем. Первое, смотрите, все, кто сейчас подключится в этот поток с ноября месяца, он, во-первых, получает главное. Он получает, вот сейчас идет система управления показателями в онлайн-режиме, трехмесячный, это первый поток был. Закончилось 2 месяца, вот сейчас в сентябре заканчивается, еще третий будет онлайн. Для того, чтобы сами поняли эту методику, где Алекс в основном фокусируется на том, чтобы рассказать об этой методике, чтобы вы ее могли хоть как-то внедрить, с чего-то начать, чтобы пошло вот это внедрение, да, где начинается это вообще-то с ключевых показателей. То есть SUP – это система управления показателями, а потом это уже система управления персоналом. Вот сейчас Алекс, кстати, показал мастер-класс по управлению персоналом, а до этого еще есть показатели, это ROM-показатели и так далее, и так далее. Вот ребята работают на этой программе, очень эффективная программа. Так вот, для того, чтобы те, кто присоединится к новому потоку, мы 2 месяца дадим записи, чтобы вы быстренько поняли, что это за SUP, что за... То есть, посмотрев эти уроки, их 8, по-моему, в первых двух или 9, вы сразу поймете. Дальше, мы даем второе. Это онлайн-обучение на 3 месяце в онлайне. То есть, вот октябрь месяц вы подключитесь онлайн. То есть, вы сможете посмотреть немножко, нагнать то, что в записи. Потом включиться онлайн, позадавать, чтобы вы немножко все это поняли. А с ноября поток будет стартовать. Там будет вот эта практика. От показать Алекс покажет, откорректирует. Алекс проведет совещание с вашим человеком. Потом откорректирует ваше совещание. Откорректирует совещание вашего менеджера. То есть второй такой бонус мы даем, это на онлайн-уроках, который будет в октябре. Вот эту методику вы можете с ней разобраться, позадавать вопрос. Третий момент. Мы даем подготовительный месяц обучения на программу масштабирования. То есть мы сейчас вам предлагаем зайти с 1 ноября, это ноябрь, декабрь, январь, но у нас есть октябрь. Это вот это вот, которое у нас масштабирование, октябрь месяц, заходите, там бизнес-интеллект. Вот эти вот мышления, как Алекс разъединяет, операционка это... Операционное мышление – это как раз такая методика управления. А коммерческое мышление, бизнес-интеллект – это вот здесь. То есть это второй урок. У вас будет 2 урока таких подготовительных как раз-таки в октябре месяце, чтобы с ноября уже работать и оттачивать свое мастерство. Вот эти бонусы – это только я пока сказал про бонусы, которые вы получаете, чтобы вы сразу въехали в тему. Мы вам предоставляем тем, кто подключится в сентябре, кстати, месяце. Дальше. Сама программа, которая стартует с 1 ноября, трехмесячно, вот это масштабирование Pro Max. Что она включает и как работаем на этой программе? Первое. Вы получаете 3 месяца, ноябрь, декабрь, январь. Это второй поток системы управления показателями.
Вот на этих уроках Алекс показывает и корректирует на примере ваших совещаний. Либо сам будет участвовать как там менеджер условно в каких-то ваших совещаниях. Где-то мы будем показывать на совещаниях, вот, к примеру, как с Натальей это было. Вот. Но здесь вот фокус будет именно на показать и откорректировать. Мы такого раньше никогда не делали. Показать, откорректировать. Потому что, когда много раз слушаешь, слушаешь, это прекрасно. Когда на практике с этим сталкиваешься, видишь, очень много что открывается. А когда сам еще делаешь и тебя уже корректирует, стесняться тут не надо будет. Это тем более такая будет узкая группа, это не на все услышания будет. Тут еще что-то проясняется в голове, еще становится лучше понимание, да? Поэтому вот это вот первое, и эти уроки будут идти по четвергам. Раз в неделю по четвергам мы работаем вот, на вот, вот над этим. Второе, раз в неделю, это уже второй раз в неделю, по понедельникам вы работаете в рамках масштабирования. Что такое масштабирование, это уже дальше. Дальше. На этих уроках вы с Алексом развиваете свой бизнес-интеллект, оттачивая вот ключевые связки, как Алекс говорит, вот это уже коммерческое решение для кратного масштабирования. Сюда входят темы такие, как привлечение инвестиций, выбор какого-то нового направления, выход на новые рынки, это вопросы капитализации компании, ну и так далее. Такие темы, которые стоят над операционным. И это, кстати, важнее, потому что вот это мышление, оно съедает на завтрак операционно. То есть, если предприниматель больше подкованнее вот в этом коммерческих вопросах и менее в операционке, он выиграет того, кто в операционке. Но большую компанию не построит. Поэтому это такой тандем, и эти два тандема разбираться будет в рамках этих 3 месяцев. 2 раза с Алексом встречаться будет понедельник-четверг. И третий момент мы даем, это месяц работы с топ-менеджерами Алекса. Это такая точечная проработка отдельных направлений вашего бизнеса. К примеру, финансы. Это, а как же эти показатели ключевые, финансовые, операционные, цифровые? Пожалуйста, есть Ирина Мальцева, она сейчас генеральный директор, кстати, была суши-мастера с 13 до там 700 сейчас ресторанов, ну, на момент, точнее, конца 2021 года было, начало 2022, да, и вот она была финансовым директором, да, а сейчас она финансовый директор нового проекта. Пожалуйста, к ней, она там все расскажет, покажет. Есть вопросы маркетинг и реклама, пожалуйста, туда, продажи туда, IT-решения туда, там работают ребята, вот вкратце я их показываю. 6 человек, с ними можно в любой раз в неделю, скажем, встретиться по вашему желанию, пожалуйста, работайте. Теперь по цветам. Смотрите, подрезюмирую. Что масштабирование, значит, это 2 урока с Алексом, я рассказал. Это Алекс, это по супу и по масштабированию. И это топ-менеджмента, Алекса топ-менеджмент работает с вашим топ-менеджментом, там, либо с вами. Это вот 3 момента, которые входят в это масштабирование. И плюс мы даем бонусы, это 2 месяца в записи, первый поток суп, 3-й месяц, который будет в октябре в онлайн. И вот подготовительный месяц, тоже 2 урока, это будет в онлайн, к которому можно подключиться. Цена. Цена, мы готовы работать с вами за $1425. Но участникам первого потока суп это будет 950. То есть вы просто продлите, это все получите. Дальше для вас это будет дешевле. Пожалуйста, кому это заходит, кому это нравится, кто хочет поработать, кто хочет себя попробовать в этом деле, кому близка вот эта методология, пожалуйста, подключайтесь. Вот эти бонусы, это будет до 30 сентября они действовать, и вот эта цена. В октябре цена будет выше. Кстати, мы даем возможность предпринимателям вам, чтобы вы приходили со 3 человека, с собой минимум брали. Это со своим генеральным директором, пожалуйста, он может также вместо вас выходить, задавать вопрос. И еще с 2 вашими менеджерами. С этими же людьми также может работать Алекс, показывать, чтобы более продуктивнее была работа. Поэтому можете командой работать здесь, своей только командой работать на этой программе. Подключайтесь. Думаю, будет интересно. На мой взгляд, цены эти абсолютно копейки по сравнению с тем, что вы получаете. Все, регистрируйтесь. По этому QR-коду есть ссылочка. Она же есть, кто нас смотрит на трансляции. Там есть форма регистрации. Все вопросы зададите консультантам. Они вам расскажут, покажут. Подключайтесь на программу. Все. Я думаю, что давайте переходить к вопросам. Миша, пожалуйста. Модерируй. Да, прием. Да. Алекс, до вопросов. Скажи мне, если, например, есть договоренность, что на 5-ку количество усилий это 8 часов,
Есть необходимость вот ставить оценку, если, в принципе, я как управляющий, который, например, М2, вижу 8 часов отработал. Это принципиально, что еще стоит оценка 5? Не конкретный вопрос, Миша. Принципиально ли ставить оценки? Если... Ты понимаешь, почему не конкретный? Ты должен говорить специалист. Специалист, есть договоренность. 8 часов – это еще пятерка. Еще раз. Кто, М1 специалисту оценку ставит? Ну, как сейчас, да, М1 и специалист. Нет, так сейчас я же М2, М1. М1 специалист в этой связке. Должен ли М1 специалист, я не понимаю вопрос, должен ли М1 ставить каждый день оценку по количеству усилий? Потому что нет. Так, вот сама оценка, нужно ставить ее? Конечно, объясню почему. Потому что мы ставим не за сколько часов он был на работе, а за сколько он работал. Потому что он был на работе, может, 8 часов, а работал 2. Мы должны обязательно определить, понимать, сколько он работал. Понимаешь? То есть он был на работе 8 часов, а если копнули, то работал 2, 3, 4, 5, не 8. Поэтому сначала нужно обязательно сколько часов, потом оценка, потом обратная связь, и потом обратная связь на обратную связь. Обязательно вот в такой последовательности. Надо понимаешь, если я твой начальник, а под тобой, например, Юра, для чего это нужно? Я хочу, чтобы убедиться точно, что ты им управляешь. Управление начинается знать, сколько часов работал, не был на работе, а работал. Потому что если окажется, что очень часто приличные результаты, нормальные, устраивающие. Да? Вот Юра, например, Юра твой начальник. Юра твой, а ты мой, например. Да? У тебя 10 человек, я еще 9. И результаты устраивают, Юра устраивает. Так почти все компании работают. Но если копнуть, оказывается, что мы по 3 часа. Я и эти 9 человек, мы по 3 часа работаем. Понимаешь? Реально. На работе 8, а работаем по 3. И если это знать, то можно очень большие изменения сделать. Можно половину уволить, на 30% оставшимся поднять еще зарплату, но это будет выгодно, останутся только звезды, будет выгодно и тем, и тем. И будет сокращение расходов, и лучше, и люди будут больше. И это проверка. Юра как может проверить? Понимаешь, вот Юра твой менеджер. Для него важно, самое главное, что это убедиться, что ты качественно управляешь мной. А качество, чтобы убедиться ему, что ты качественно управляешь, это не только результаты. Да результаты все смотрят. Все результаты уже вы научились смотреть. Юра, да, смотрит. Вот твой отдел, 10 человек, вот продаж 100 тысяч за вчера. Но это же секундное дело посмотреть на результаты. А надо же посмотреть, как ты команды свои управляешь. А может, могло бы быть 200, если бы ты нормально, хорошо управлял. А чтобы знать, как ты управляешь, начинается с количества усилий. Он проверяет. Вот Алекс, сколько часов работал? Ты говоришь 8. А Юра говорит, не верю, а ну покажи. Заходим в CRM, блядь, оказывается, 2 часа я звонил. Он спрашивает, а что все остальное дело? Ты говоришь, ну как, он сидел, он же был в офисе 8 часов. Юра говорит, так при чем здесь, сколько он в офисе был? Сколько работал он, вопрос. И вот тут приходит весна. Алексей, а может качество усилий быть на пятерку, а операционный результат на двойку? Да, тогда не виноват. Вот, например, смотри. Ты мой менеджер, а Юра твой менеджер. Если у меня количество усилий на 5, качество усилий на 5, а оперезультат на 2 и финрезультат на 2, то виноват Юра и ты, больше Юра. Мне сказали, я солдат, мне сказали траву в зеленый цвет покрасить, я покрасил. Приехал генерал, сказал, вы что, долбоебы? Зачем это было делать? Я при чем здесь? Мне же Юра тебе сказал, а ты мне сказал. Я на 5 свою работу выполнил. Я покрасил быстро, красиво траву в зеленый цвет, как мне сказали начальники.
Поэтому эта система показывает, кто виноват, если финансовый результат плохой. Те, кто работают, или те, кто принимает решения наверху. А все другие системы всегда делают виноватым солдата. Продаж нет, значит, продавец плохой. Так это не всегда так. Если количество усилий у него на 5, качество на 5, а продаж нет, лиды, значит, не те, товар не тот, цены не те. Это он причем. Ему что сказали продавать, то он и продает. Угу. Это просто невероятное изобретение мое. Вы начнете работать, вы поймете. Сразу понятно, это коммерческие ошибки или операционные ошибки. То есть, если плохой результат и операционно на тройку, на двойку, то есть усилия на, количество усилий на тройку и качество на тройку или на двойку, то непонятно, почему плохой результат. Может быть, если бы усилия были на 5, количество и качество, может быть, был бы на 5 результат, а может быть, нет. Часто бывает, что и коммерческие ошибки, и операционно плохо работают, и то, и другое. Но как понять, что? Методом исключения нужно сначала довести операционку на 5, количество и качество. И если все равно результаты остаются на 2, то тогда это точно коммерция виновата. Неправильные решения, не то продаем. Продаем какую-то Nokia, блядь, в 2023 году, кнопочный телефон. Но продавцы все идеально продают, но никто не покупает. Они же не виноваты, продавцы. Дальше. Супер, спасибо. Антон. Здравствуйте. Вопрос такой. Компания не растет, и что делать? В чем заключается успех роста компании? В чем заключается что? Успех роста компании. Ну, первое – это сама бизнес-модель. Бизнес-модель должна быть масштабируема. То есть в этой модели можно построить… То есть смотри, что такое бизнес-модель? Это… Одна транзакция, прибыльная или нет. Ну, если есть бизнес, то там одна есть, две, пять, десять, сто транзакций в месяц. Но бывает 100 прибыльные, а дальше нет. Открываешь второй офис, уже все, уже не прибыльный. А есть бизнесы, где можно 1000 в день транзакций, 2000, 5000. Вот я в сушах дошел до 60 тысяч транзакций за один день. Конечно, не через один ресторан. Это невозможно через один ресторан. Ну, мы работаем вот уже давно, развивались, работаем онлайн. Какой вопрос? И как продолжить рост? Рост был, а остановился, теперь как дальше развиваться? Есть два варианта всего, когда бизнес не растет. Только два. То больше мы не стартапы. Больше нет вариантов. Первый вариант – это бизнес-модель хреновая, и поэтому… Нет, три варианта, сори, есть три. Первый вариант – это бизнес-модель хреновая, а менеджер потрясающий. Если этому менеджеру дать хорошую бизнес-модель, он построит огромный бизнес. Второй вариант – бизнес-модель отличная, менеджер хреновый. Поэтому не растет. А третий вариант – и бизнес-модель хреновая, и менеджер хреновый. Три варианта. А может такое быть, вот что все нормально, нормально у нас было, мы работали, и бизнес-модель или продукт… Бизнес-модель бывала вчера могла быть хорошая, а сегодня плохая. Nokia была хорошая бизнес-модель, а в какой-то день плохая. Как с Nokia. Конечно. То есть вовремя если не проанализировали. Хорошая вчера, это не значит, что хорошая сегодня. Я помню, когда были кассеты, бобинные магнитофоны. Вы даже, наверное, такое не знаете, что такое. Потом я помню, как были видеомагнитофоны, кассеты, потом диски, потом это все были отличные бизнес-модели. Потом раз, они исчезали в какой-то момент.
Они становились плохими бизнес-моделями. Это как с женой. Она хорошая, 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 потом раз, вдруг плохая становится. Бывает такое. Но бывает на всю жизнь хорошая. Ну, это есть бизнес-модели на всю жизнь хорошие. Вот у меня с этим тоже вопрос. Управляем вместе с женой. А есть ли перспектива развития? Нет, есть перспектива. Это плохо, да? Но тогда вы в постели спать не сможете. Ну, то есть, если ты готов не спать со своей женой, то можно с ней работать тогда. В смысле то, что на работе будут определенные нюансы? Потому что работа – это мужская энергия. Если вы работаете, то ты должен быть в мужской, она в мужской. Вы не сможете лечь в постель, потому что ты же не голубой. Если ты голубой, то тогда да. Тогда можно. Нет, я не... Вы понимаете, голубой – это не тот, который спит с мужчиной. Это еще тот, который спит с женщинами, которые с мужской энергией. Он тоже голубой для меня. То есть, есть женщины с мужской энергией. Видели такие? Ха-ха-ха. И с ними же кто-то спит, так это он тоже голубой. Те женщины, которые занимают какую-то должность, они имеют мужской характер. Вы видели мужчин женственных, видели? И с ними какая-то женщина спит. Она лесбиянка для меня. Потому что это две энергии, женская и женская энергия. Все, понятно. Объяснили. Сергей. Алекс, спасибо. Не слышу тебя, Сергей. Слышно? Да. Спасибо большое. Очень крутой урок про совещание. Это вообще уровень. Я учусь и не понимаю, сколько еще надо. Скажи, пожалуйста, Теперь, знаете, если у вас есть какие-то учителя по бизнесу, которые там знаменитые, которые там, которые теории так красиво все рассказывают, попросите его, слушай, если ты такой крутой, покажи совещание, как ты проводишь. Никто не покажет вам, они не умеют. Адизиса попросите совещание провести. Ну, или всех мировых, вот которые гуру по менеджменту, никто не сможет. Потому что они пиздоболы. Потому что теория в теории, теория и практика в теории это одно и то же, а на практике это разные вещи. Я вам сейчас показал, что моя теория это из практики, я показал это вам. А до того, как я вам показал, могли вы мне сказать, так слушай, это красивая теория, может такое быть? Да. Не все, что красиво звучит, работает. Не все. Есть вещи, которые звучат красиво, а на практике это не работает. Давай. Я раньше не думал, что можно управлять с помощью совещаний. Ну, как-то по-другому всегда было. Скажи, пожалуйста, мы постоянно разбираем продажи, вот, операционные показатели, финансовые, менеджеров, а если взять производство? У меня производство, мне нужно, например, увеличить скорость производства, эффективность ее. Как мне в таком случае быть? И как с совещанием управлять этим производством? Все то же самое. То есть там есть специалист. Ну, давай придешь, ты же, я уверен, сейчас на программу запишешься, вот эту, следующую. Вот первый урок этой программы, приводишь своего... какого-то менеджера, директора производства, и я с ним ролевую игру совещания проведу. Во-первых, я вам покажу, как я могу любым бизнесом с первой секунды управлять лучше, чем вы и чем все. С любым. Вот ты приведешь, я ничего про этот бизнес не знаю, вот с первой секунды будет вот так, как с Наташей. Полный контроль совещания. Даже я могу специально вам показать, что я даже не спрошу, что вы продаете. Я могу даже так сделать. Не зная, что бизнес продает, могу начать им руководить эффективно. Это мастерство. Я вас научу. Я же не держу это в себе. Я же хочу вам это передать.
Дальше двигаемся. А сейчас, чтобы мне начинать, мне можно внедрить? Давай дальше. Много вопросов. Я дал тебе чуть-чуть порцию. Вот возьми, делай. Ты хочешь еще высосать с меня все, чтобы я уже всем остальным не ответил на вопрос? Спасибо. Виктор Чайкин. Алекс, приветствую, дорогой. Сейчас, секунду. Ты пойми, что я такого уровня менеджер и учитель, потому что я 2 часа работаю, 2 часа урок в день провожу, а 12 часов в день работаю. У меня еще 2 совещания после урока. Понимаешь? Потому что я практик. Да, Виктор. Алекс, дорогой, приветствую тебя. Привет, очень рад тебя видеть. Ты выздоровел? Да, спасибо. Можно без гарнитуры? Нормально слышно? Да, отлично слышно. Все, спасибо большое. Вот сколько лет, и ты понимаешь, каждый урок, вот такие новые вещи слышишь, которые, казалось бы, я уже слышал, я их уже знаю. Сегодня самый мощный урок, наверное, за последнее время, я сейчас все смотрю, самый мощный за последнее, я его отметил к пересмотру на много раз. Вот про дятла-попугая. Насколько ты сегодня сказал, что даже талантливые, одаренные менеджеры, все равно надо несколько раз сказать. И человек говорит: слушай, я ведь точно, ты же говорил уже 2 раза мне говорил, а я только сейчас понял. Насколько важно, а ведь нам кажется, если он, как ты учишь, бери людей сильнее себя. Золотое правило, которому я у тебя научился. Великолепно работает, великолепно. И казалось бы, ты же взял человека сильнее себя. Стратегически обсудили, сказал какую-то вещь, подсказал, он услышал. Я-то думаю, конечно же, он ее понял и услышал. А проходит какое-то время, и вот по твоей методике, я повторяю по 2, по 3 раза, и смотрю обратную связь, он дает и говорит: слушай, а я только сейчас понял, что ты имел в виду, там, в нашей цели вот на 24-й год, я только сейчас понял, насколько, да? По оценке, по обратной связи, я хочу сказать, что, ну, действительно, мы очень много сейчас с командой эпизодически смотрим каких-то еще учителей. Я могу тебе сказать, что круче тебя точно никого нет. Вот, поэтому вопроса у меня нет. Встречаемся в октябре, уже давно билеты куплены. Поэтому, как у нас говорят, Алекс, респект и уважуха. И еще один такой момент. Надо обязательно как-нибудь сделать... Я вижу ребят очень много на экранах, я слежу за многими. Сделать такую отчетную сессию, например, где можно поделиться. Вот результаты, когда я к тебе пришел там, с 15 года до 20... Сейчас в двух словах сказать. Мне будет приятно. 167 человек в компании, 6 стран, 8 миллионов евро годовой оборот закрываем в этом году. А когда начал учиться? В 15 году? В 15. Ну и как было тогда? С нуля начинал? 800 тысяч оборота, 6 человек команда и 15 компаний различных, 15 направлений. Ёбарь, пекарь и аптекарь. Да, после встречи с тобой в Юрмале 3 года шел, понял, какое направление, и сейчас строим. Фокус. Фокус. Самое трудное для предпринимателей талантливых. В Риге очень много, куда сейчас приглашают бизнес-спикером, и вот всех направляю к тебе, и удивляюсь, когда через месяц-два спрашиваю: записался к Алексу? Нет. Я говорю: а меня долбишь, Виктор, нужен совет. Я говорю: не надо тебя, меня долбить, Виктор, нужен совет. Вот тебе куратор. Первый источник. Да, потом, по-моему, Алена сегодня куратор, хороший человек. Я говорю: вот тебе куратор, иди записывать. Возвращается через неделю уже за советом опять. Слушай, я вот хочу опять совет, вот не понимаю, как делать. Я говорю: ты записался? Он говорит: нет. Я говорю: все, мои бесплатные советы закончены, не отнимай мое время. Я тебе совет уже дал. Виктор, я тебе скажу по секрету, что если бы сейчас Иисус бы спустился бы с небес,
и начал бы онлайн-уроки проводить. Типа, вот, все, первоисточник, можно в церковь не ходить. Все бы, наоборот, продолжали бы ходить бы в церковь, но его онлайн-уроки бы не слушали. А почему? Не хочу говорить сейчас. Многих обижу. Тебе в октябре расскажу. Дальше двигаемся. Спасибо. Спасибо, Виктор. Зимантас. Извини, как это самое. Может быть, ошибка в имени? Зимантас. Зимантас. Угу. Твой вопрос. У меня вопрос. Что первое? Первое – это корпоративная культура или бизнес-модель? Как думаешь? Конечно, бизнес-модель. Конечно. Сначала бизнес-модель. То есть, что мы продаем и юнит-экономика каждой продажи. Что продаем и как продаем? Понимаешь, например, продаем недвижимость. А как продаем? То есть там куча вариантов. Продаем даже японскую кухню. А как продаем? Доставка. Там тоже куча разные бизнес-модели могут быть. Что продаем, как мы продаем, и потом экономика одной продажи, каждой продажи. Есть там прибыль или нет? Это бизнес-модель. Все, есть бизнес-модель. Бизнес-модель – это как вот девушка, ты в нее должен влюбиться. Ну, желательно влюбиться в ту, с которой счастливо проживешь всю жизнь. Но часто бывает, влюбляешься не в ту девушку, это как влюбиться в плохую бизнес-модель. Ну, допустим, влюбился в классную девушку. Есть такие талантливые ребята, которые сразу выбирают правильную жену. У меня так... Ладно, не буду говорить ничего. Сейчас понесет. Не буду лучше. Молчи, Алекс, молчи. Да, и это... Ну, допустим, вот тебе 20 лет, и ты встретил вот ну, такую вот красивую, добрую и умную. Представляешь? Всего три вещи нужно. Красивая, добрая, умная. Чтобы в одном человеке. То есть это бизнес-модель как бы классная. Теперь, если это есть, значит, теперь идет корпоративная культура. Это принципы. Потом терминология. И потом бизнес, коммерческие решения и бизнес-процессы операционные. Все. Спасибо большое. Да. Смотрите, абсолютно противоречит книге сначала кто, потом что, вот это, от хорошего к великому. Самый крутой бестселлер бизнеса, это вот эта книга, все восхищаются этой книгой. Это вот как раз пример. Читаешь ее, ну просто мед на уши, да? Так там все красиво звучит. Сначала кто, потом что. Там вот, читали, наверное, эту книгу «От хорошего к великому»? Теория этого автора книги. Скажите, ну, слушай, чувак, проведи одно совещание. Ну, просто вот возьми лейтенанта, вот на тебе, проведи совещание. И он начнет там философствовать, и это, в шоке будет. А значит, нельзя слушать человека, который на практике это не проверил. Как можно слушать человека, который на практике не проверил? Вот какой-то скрипач, который вот так красиво про Моцарта говорит, но никогда не проверял даже, не пытался на скрипке это сыграть. Как можно его слушать? Дальше двигаемся. Роман. Алекс, сегодня вообще супер-мега крутой урок. Спасибо. Да. Алекс, в совещаниях ты вообще супер-крут. Вот только что ты правильно затронул тему по поводу этих спикеров, которые по книжкам учатся. Им задаешь какой-то вопрос, если задать, все, они сразу обломятся. Моментально просто. А у тебя просто такой багаж, здоровенный состав опыта,
где можно просто на каждой, с каждой полочки брать эту всю информацию и все это применять, применять, применять. На все у тебя есть вопрос. Нет. Я на сегодняшний урок во время разбора с Натальей быстренько подтянул еще 4 своих сотрудников, чтобы видели, как идут разборы. Потому что я думал, что я где-то попугай, а оказывается, это нормально. Ну, только до определенного времени, понятно, конечно. Мне стало, честно, легче по поводу того, что нужно постоянно рассказывать, учить, обучать. И только тогда будет результат. То есть, если я на следующем совещании увижу, что Наташа чуть-чуть лучше, не сильно даже. Если сильно, это вообще это супер талант. Вот Алексей Мельников был такой. Вот я ему что-то расскажу, он бам. Расскажу, бам. То есть это талант. Он очень быстро все схватывал. Он стал генеральным директором всего холдинга. Возьмем Наташу. Допустим, худший вариант. Она чуть-чуть. Многие из того, что я сказала, она не сделает. Но хоть чуть-чуть. Если я увижу лучше, все, я буду терпеливо еще раз все это объяснять. Мне потому что достаточно. Даже если она чуть-чуть лучше, и вот таких 20 с ней совещаний, через 20 она уже будет вот полностью правильно все делать. Да. Главное, если... чтобы... Вот если не, вообще я не увижу прогресса, ноль, тогда, конечно, я не буду дятла-попугаем. Тогда Перу. Да, тогда, когда хотя бы немножко есть прогресс, аж хочется намного больше рассказывать. Вопросов сегодня у меня нет, потому что все вопросы были закрыты во время совещания с Натальей. Супер, спасибо. Дальше. Спасибо, Роман. Дмитро Демчук. Вот, друзья, очень важно, будьте на камере до вопроса, потому что я смотрю и сразу даю как бы слово. Вот, Дмитрий, мы к тебе возвращаемся, вот, задавай вопросы и пойдем дальше. Ну, мне вот, вы сказали, что можно на собрание один час проводится. Как лучше проводить? Один день одного какого-то работника полностью глубинно проводить или на второй день всех по очереди? Или как лучше это комбинировать? Надо проводить 4 часа в день совещаний. У меня такой был всегда регламент. Если человек менеджер, и у него там 5-10 человек, у команды он должен минимум 4 часа под запись вот такие совещания проводить, системные. По часу с человеком, это 4 человека, он проходит за день. У него 8 человек, он понедельник 4, вторник другие 4, среда первые 4. То есть за 6 дней он 3 раза с каждым проведет. То, что разделять глубоко каждого там по дням просто, чтобы проходить. И много времени. Да, понедельник, среда, пятница, первые 4, вторые 4, вторник, четверг, суббота, например. Понял, спасибо. То есть менеджер – это тренер, я же вам показал. Чистый тренер, как спортивный тренер. Требовательный, добрый, ну и так далее. Учит постоянно. Да, друзья, давайте сейчас посмотрим еще ролик информационный по нюансам нашего нового курса. Поэтому, Сергей, запускай ролик. Вот все, кто на странице трансляции, у вас есть возможность оставить свои контактные данные. Обязательно со своими кураторами связывайтесь. Оставляйте также, уточняйте вопросы, оставляйте свои данные. Потому что уже вот, 1 ноября... Стартуем наше обучение. Представь, каким бы был мир, если бы бизнесу учили в школе. Если бы был отдельный предмет о том, как правильно вести бизнес. Какие правильно принимать решения для открытия своего дела, для роста компании, по управлению людьми, взаимоотношению с инвестициями. Я уверен, что тогда ни один бизнесмен никогда бы не застревал на этапе мелкой лавки. Каждый бы смог построить большую компанию мирового уровня. Но пока в школе не дают знаний о том, как должен мыслить бизнесмен, я закрываю эту потребность для тех, кто в них нуждается. Я учу думать масштабным бизнесом. Я научу тебя смотреть на свою компанию как будущий бизнес огромного уровня. И благодаря этому ты сможешь принимать такие решения,
которые максимально тебя к этому уровню приблизят. А пока ты будешь смотреть на него не сверху вниз, а снизу вверх, ты далеко не уйдешь. Мои студенты всего за несколько месяцев делают прорывы, на которые у них ушли бы годы. Сегодня ты можешь стать одним из них. Дальше двигаемся. Да. Супер ролик, кстати, Алекс. Лучше тебя, конечно, никто не продает. Вот. Это ты в начале ролика рассказывал. Но максимально заряжает все-таки. Я никогда не продаю, я просто говорю то, во что я верю, и все. Это сразу чувствуется. Вот. Тамара, следующий вопрос. Да, спасибо, Алекс. Такая динамика, такой напор. И кажется, это как обратная связь на услышанное совещание. Напор, динамика, и кажется, о, как же ж это. Вот столько нужно тонкостей понимать, чтобы удерживать внимание на основных параметрах. И это аж до мурашек. Вот прям чувствую шкурой своей кожей. И вот респект, когда осадок, человечность, забота о менеджере, чтобы он ушел счастливым. Ну, вот это очень важно так. А, тонкость такая, вот где они собраны, эти параметры? Я потому что на коммерческом мышлении, и я, наверное, недопонимаю, где они уже собраны. Вот именно на этой программе, которая будет, или уже где-то распечатка есть? Вот же я произнес все эти принципы, по которым я управляю. Да, давай я расскажу. У нас, смотрите, с первым потоком вышла методичка СУПа первая. Там тоже идеологические принципы, все корпоративная культура. Но ко второму потоку, вот этому, она обновится. И там я добавляю все время себе. Это версия моей корпоративной культуры, вот сегодняшняя. А 50 элементов, это было там 5 лет назад, это 50 элементов было. Но сейчас вот я вам... Она не противоречит ничем, вот это сегодняшняя той, но она точнее. Но вы чувствуете, кто давно учится, вот это еще круче. Вот программа масштабирования, раньше в основе 50 элементов лежали. Люди изучали и потом двигались вперед. Вот Арвидо знает, кто давно учится. Сейчас вот это лежит. И эта методичка, в первом мы выпустили поток отдельный просто по СУПу, хотели посмотреть, как это заходит, как идет, сделали. И сейчас обратно ее вложили в основу масштабирования, только там уже 2 урока. И вот 3 месяца запустим с этим, и там будет новый вариант методички, потому что там вот Алекс каждый урок накидывает, и человек добавляет, будет новый. Поэтому подключайтесь, получите. А краем глаза можно взглянуть для тех, которые учатся на коммерческом мышлении? Так, сегодня же урок как раз краем глазом вообще любой может. Сегодня сделали открытым. То есть нужно пересмотреть, уже будет записи. На Ютубе зайдите, возьмите запись. То есть Алекс нам озвучил уже все достаточно, пара. Я вам скажу так, уже достаточно даже того, что он наговорил сегодня. Вот так вот, чтобы это сделать. Хотя бы это надо сделать. Это, даст вот это первый, результат. Главный. Возьми 50 моих элементов, они тоже все актуальны, там еще нюансы. Но вот это самый главный. То есть, может быть, здесь вот этих 15 главных, еще там будет 30 второстепенных. Но тоже они важные. Да, спасибо. Это
Ну, я докапываюсь, потому что 50 это у меня как настольные, а все да, остальные. Но надо же их практиковать, практиковать. Это как гаммы в музыке. Вот гаммы каждый день надо практиковать. Или теннисист, вот он что практикует какой-то удар. Вот берешь один элемент и практиковать на совещаниях. Почему я просто 30 лет совещания провожу, я вам показал, я даже круче управляю, чем даже, вы же видите, я учитель крутой, объясняю хорошо, но я даже работаю еще лучше, чем объясняю, потому что у меня объяснение от работы, а не наоборот. Все, что я рассказываю, это от практики. Сначала практика, а потом на практике я к чему-то пришел, и потом я это объясняю. Так и вот этот поток второй, почему он же и родился? Потому что надо показать и откорректировать. То есть это только практика. Потому что мы увидели, что как бы мы попробовали это сделать в Грузии на таком живом тренинге, где тоже про эту суп это было, да? И мы увидели, что это людям больше заходит. Ну, они так лучше понимают, да? Лучше въезжаешь. И тренируются лучше. То есть оказалось, я 4 дня объяснял, они все были в шоке, все понимали. Но когда я на 5 утро вот такое совещание провел, они вообще сказали, о, вот сейчас только все понятно. Потому что надо показать то, что ты рассказываешь. И это еще не все, а потом самое главное начинается, корректировка. И вот это уже называется тренер. Потому что учитель это пришел, рассказал и до свидания. Понимаешь, это учитель. А тренер, он рассказывает, показывает, корректирует. Он тебя тренирует. Реально, он тебя не отпускает, пока ты не сделаешь. Да, Юра. И технику надо оттачивать. Вот чего не хватает всем, я 100% вот уверен, у всех, кто здесь, и кто пробует, и кто в это внедряет, и кто только пробует, и кто присматривает, техники не хватает. Вот когда, не знаю, посмотришь, вот на Рональда в метро выйдет и набивает на ноге, на левый, на правый мячик, тых-тых-тых набивает, вроде же просто. А самому попробуй так набей, не получится. Это ж какая техника, чтобы ее овладеть, это надо набивать, набивать, набивать. И вот здесь это надо проводить, 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 проводить. И потом ты как бы начинаешь уметь. Не умнеть просто смотреть уроки и умнеть, а уметь. А так мы сидим, слушаем, только умнеем. Вроде нам кажется, что мы умнеем, но мы не умеем. Юра, знаешь, еще мысль мне сегодня пришла только вот на уроке? Я представил себе молодого парня, который попался сегодня на этот урок, который не предприниматель, а менеджер. И очень умный. И голодный. Ты представляешь, через 5-7 лет, какого уровня он станет менеджер? Он может руководить любой огромной компанией. Сможет. Да, ты представляешь, что такой менеджер может, не открывая бизнес, стать еще партнером и да, владеть там кусочком компании это. И может не кусочком, а куском. Да, конечно. Потому что менеджеров крутых очень мало. Предпринимателей намного больше, чем менеджеров сильных. Да, дальше двигаемся. Я Дима. Алекс. Если, допустим, есть несколько уровней управления, там М3, М2, М1. Вот мы, если берем день, кто начинает самое первое проводить совещание? М1 со своими специалистами, потом М2 и потом М3, или М3 начинает с М2, потом Нет, М2. Первое, самое главное, понимаешь, вот в компании, где 1000 человек, там будет 900 с чем-то специалистов, менеджеров всегда намного меньше, всех. Главное – это специалисты во всех любой компании, солдатов больше всех. Поэтому первое всего начинается, это до 11 утра надо, чтобы М1 полностью оценили менеджеров. М1 оценили специалистов. Вот это. Это еще не совещание. Утром совещание не проходит. Вначале идет оценка за вчерашний день без совещания.
Причем в это же время М2 оценивает М1. Можно не за вчерашний день, а за позавчерашний день. С одним день отставания. Потому что М1 специалистов оценивают за вчерашний. И пока еще для М2 нет информации за вчерашний. Но уже полностью закрыт день позавчерашний. И М2 может оценивать позавчерашний день. Уже вместе с М1. И это все до 11 утра. А с 11 утра все, начинается уже тренировка. Все друг друга тренируют. Менеджеры менеджеров, М1 специалистов. Да, дальше двигаемся. А можно еще один вопрос? Давай. Вот если мы говорим там... Когда-то вы говорили, значит, важно кто, потом важно что, а как он должен сам уже говорить, как надо делать. Вот если здесь мы определяем усилия, то если я определяю количество и качество усилий, то я должен, то как должен я говорить, а не он. Не-не-не, он сам, он должен знать как, но потом ты как его тренер, ну ты как его менеджер должен же понимать, что он делает. То есть он сам решил, он профессионал. Ты ему говоришь, ну, ты, я тебя взял... То есть мы можем коучем, да, задавать вопросы по результату, и мы должны вместе с ним прийти, какие усилия он должен сделать, да? По надо, какие он должен сделать. Важно важно вчерашний день, который он уже сделал. Это важнее всего, проанализировать вчерашний день. И потом там на совещании будет такой момент, конечно, что ты будешь делать. Но он должен сказать. Результат анализа действия он должен сказать, что он собирается делать. А вот смотрите, а вот качество определить. Вот я когда пробовал, контролер у меня оценивал качество, да, но это немножко не работает. Вот лучше всего качество может руководитель определить. Это должен руководитель постоянно слушать звонки. Давай детали на уроках более детальных. Я сейчас вам, ты сейчас сильно идешь в детали. Я тебе отвечу на следующих уроках. Дальше двигаем. Хорошо, понял. Спасибо. Олег Андреев. Насколько важно проводить собрание каждый день? Совещание. У нас одна терминология. Совещание. Да, совещание. Каждый день для продавцов. И действительно ли это будет эффективно? Сколько продавцов? 4. Вот я представь себе, я М1, и у меня 4 продавца, 4 специалиста. Конечно же, я каждый день каждого буду тренировать. Может, не по часу, может, 20 минут, 25, 30, но каждого, каждый день. Но если он очень сильный, творческий, и его это угнетает каждый день. А я буду с ним на правильном языке разговаривать. Если он творческий, да, есть такие продавцы творческие. Надо жестко не использовать систему. Просто поговорить с ним там чуть-чуть. Давай послушаем вместе звонок. Как... То есть не шаблонно, а включаем... Да, чем человек лучше работает, тем меньше по времени совещания длится. Ну, то есть, если вот Наташа будет идеально подготовлена, мы можем за 15 минут все пройти с ней. Так поэтому ты сможешь не 4 руководить, а 15 продавцами. Когда у тебя все будут четко работать, 15 минут, 15 минут, 15 минут, все. Ты можешь даже больше, намного больше людей. То это право. Бизнес может масштабироваться, потому что масштабирование бизнеса – это больше специалистов, и надо, чтобы непропорционально больше менеджеров было. Сначала у тебя там один менеджер на 5 специалистов, потом один на 7, на 10, на 12 даже. Ну, больше уже не нужно. Менеджер дороже намного. То есть меньше менеджеров, больше специалистов в компании должно быть. А для этого нужно, чтобы у каждого менеджера побольше было управления людей. Но не больше 12. Но если очень крутые, например, если ты мне покажешь 12 своих человек, и они у тебя все там по 15 минут, тебе надо с ними, наоборот, даже не мешать им чуть-чуть,
Так я тебе еще 3 дам, у тебя будет 15. А значит, ты будешь больше зарабатывать. Мне не надо 2 менеджера по 7 каждому. Ты один с 15 справишься. Но я тебе не дам 2 ставки, 1,5 дам. И тебе хорошо, и компании хорошо. Тобто утро, вечер или в течение дня? Не надоедай. Что ты имеешь в виду? Общение с торговым, там, допустим, с менеджером, продавцом. Ну, можно в течение дня, он, например, с одной... То есть утром поставил задачу, там, что будешь делать? Задачу. На совещании один раз проводишь, и вот там и анализирует вчерашний день, и на следующий день ставятся цели, планы, задачи. То есть не усложняется там что-то? Да, один раз. И там и то на совещании происходит. И анализ, результат, анализ действия. Ну, придешь, и я покажу. Сейчас я рассказываю. Придешь на урок с каким-то своим этим звездой, и я мастер-класс покажу, как нужно со звездой этим продавцом работать. Я же буду каждый урок показывать. Как с финансовым директором работать, как с бухгалтером. Со всеми по-разному, кстати, нужно. Суть та же, но по-другому чуть надо разным тоном разговаривать. Есть такой креативный маркетолог. Маркетинг на 2 делится. Операционный маркетинг и креативный маркетинг. О, с креативным это самое сложное, но я вам покажу, как с ними работать. Мы все в одном лице, в маленькой компании. Волосами, вот эти, которые с сережкой в ухе, маркетологи, которые, но зато они рисуют самые красивые дизайны. Понимаешь? Цифры ненавидят они. И вот как с ними работать? Я покажу. Да, они все разные. Дальше двигаем. Спасибо. Алекс, смотри, что я должен предлагать инвестору, чтобы он... Давай по этой теме. Только по этой теме. Если есть, если нет, все, заканчиваем урок. Достаточно уже, 2,5 часа. Все, нету вопросов. Да. У кого-то есть еще по этой теме? У меня еще 2 совещания. Все, спасибо, друзья. Юра, спасибо. Алекс, спасибо за крутейший урок. Миша, друзья, за ваши вопросы тоже огромное спасибо. Да. Без вас нет меня, без меня нет вас. Все, до следующего. До следующей встречи. Пока-пока. Всем пока. Я считаю, что каждый бизнесмен, который чуть большего достиг, должен обязательно делиться с теми, у кого результаты пока меньше. Именно благодаря этому будет создаваться много интересных компаний. А значит, жизнь наша станет еще лучше. Благодаря чему это происходит? Изменение или апгрейд вашей бизнес-модели. Поднятие эффективности команды за счет лучшей методики управления. Увеличение транзакций за счет внедрения результативного отдела продаж. У вас будут еженедельные, четкие и емкие уроки в записи с заданиями на внедрение. А также полноформатные мои разборы вашего бизнеса на каждом этапе внедрения. Мы будем вместе внедрять новые инструменты, смотреть на результат, анализировать его и принимать лучшие решения.